А когда ком туда создаешь, там есть сохранение. А, подожди, Жизе и Ива. Да. Какой? Какое? Жизе? Какой Жизе? Ива, Ива, по-моему, Ива, по-моему. Ива. Блин, мне ремонт, ребят, извините. Да. Да, да. Ира и Крис, они без микро. Да, да, да. Ой, да, я здесь, да. Так, Ива вот этот вот. Сколько? Четыре. Закрытый сервер создать. У меня ремонт, сорян. Какой-то, блядь. Ива, пригласить... Сюда, сюда. С Ирой мы не друзья, у меня друзья ходят. И что делать? Подожди, добавьтесь. Надо же тебе добавить, да. Ну да. Ира, а, дай код дружбы, скинь мне. Да, сейчас. Ой, а куда это мы... А, вот все. Бля, надеюсь, не с того же момента будет начинаться. Блядь, я надеюсь, что нет. Ну тогда это может быть не Ива? Арис, я тебя пригласила. В этот... Арис, я тебя пригласила. Да-да-да, сейчас приму. Или не приму, сюк. Приму. Смотрите, какое это мне носит. Красивые? Что? Это пробник мне дали, и духи в виде мишки. А-а-а. Маскина. Это добавил, что друзья еще на всякий случай. Все, готов, нажмите. Жалко, что вы не чувствуете этот запах. Слава богу. Ири. А, приготовится все. Угу. Вкусненько как. Да. Кто? Блин, вот это ты сказал? Лукать, правильно, сохранить. Здесь, да? Во-во-во, да? Здесь же, да. Это чё? Чё тут? Где мы и начали вчера, ой, позавчера, или когда, блядь, выглядывали. Неделю назад. Неделю назад, да. Забираем напитки все тогда, вот эти вот. Ой, а красные не забирайте. Куда пройти? Вы меня тормози... Ой. Ебать, это что такое? Это лифт обвалился. А. Так, в бар. F. Блядь, тут управление уебанское, конечно. А это что, смотрите, тут какой-то пароль. Видели? Опустите за пару, да, блядь. Там же пароль, там же пароль. Спасибо. О, вот тут какие-то циферки. Ой, не циферки, а печатная кружочки. Машинка, типа. Да, и что это значит? А, это же прям уже новые уровни, нет, начались? Ну, это как... Да-да-да, это новое. Блядь, я молодец, конечно. Как здесь, а как инвентарь открыть? Тап. Ой, нет. А, так вот этот пароль надо ввести на машинке? Или будет? Наверное. И инвентарь? Ты знаешь, как пользоваться? Нет, ну ладно. Блять, а весь инвентарь нахуй. Тут, походу, нам. У меня в пул инвентарь. Берите в пул! Вот пароль, мне кажется, это на машинке. Пустите. Надо вести. Прийти! Да, блять, я хотела напечатать! Я хотела напечатать на машинке! Да, блять! Сука! Пиздец. Говорите, как печатать. Да блин, я еще одну выпила. Берите с собой напитки побольше. А, вот же, код. Тогда я и говорю. Третье. Подожди, он не печатает почему-то. Я не знаю, как печатать. А вот, все, третья какая? Сори, ребят. Че там? Я подойду секунду. Скажи мне пароль. Сейчас. Най-най. Секунду, я категорию не поменяла. Так, ну что? Блин, сорян, ребят, за ремонт. Конченые козлы делают ремонт. Пароль какой? Три сверху? Да. Дальше. 8? Блядь, нахуй я выпила? Так, подожди. 6, подожди, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. 5 и 2. 5 и 2. Неправильно. Подожди. Что? Не знаю. Да, вот. Да ёб твою мать, нахуй я её ем, блядь! Какой ещё раз, подожди? Четыре? Нет, смотри, три. Три, на третий, то есть, на третий. Смотри, на первой строчке это третья кнопочка. Так. На второй восьмёрка. Шесть, семь, восемь, да, дальше. На этой, на четвёртой это пятёрка. Так. Последняя двоечка. Так, салам алейкум. Неправильно. Жопу нюхает, а седьмой тогда попробуй. 3, 7. Сейчас, 5, секунду. 2. 3. Раз. А, да, седьмой. 3, 7. 7. 5, 2. Да. Все, ага, супер. А что тут надо делать вообще? Не знаю, это новый уровень же. Да, да, да. Салам алейкум. А где фонарики взяли? А у меня нет фонарика. У меня нет фонарика, но типа... Ой. Ой, это что-то страшное. Ебать. А я еще загружаюсь. Я тебя опять нахуй. Мы тебя ждем.
съела, блядь. Так, смотрите, это тут сделать? Пицца. Или это не пицца? Это не пицца. Все закрыто. Как открыть дверь? Да, все закрыто. Кажется... Смотрите, follow the blue light написано. Надо следовать синему свету. Надо сюда встать, сюда встать. Еще кто-то встаньте рядом. Во. И что тут? Че? Вон поднимается там. Вон открылась. Открылась, открылась. Что делать? Бежим! Блядь! Кто-то стоит. 350 LBS, нужно троим стоять. Бля, я не пойду одна. Троим надо. Давайте. 350. Давайте, ладно, я встала. 350, третий тоже. Блядь. Удачи! Пиздец! Блин. Так, подождите, подождите там, пожалуйста, не уходите. Сейчас хотя я батончик... Хотя на рисунке двое нарисовано, типа блять. Двое. А ты не стоишь, подожди, ты не стоишь. Я стою, стою. Не, а еще ко мне ближе. Ну вот. Трое, 350 же. Ладно. Тут рычаг какой-то. Нажимаю. О, а ты открыла нам что-то. Помнишь? Открывайте быстрее! Открой быстрее! Блять! Блять, беги, беги, беги! Беги, нахуй! Куда эти-то? Ебать, движ, нахуй! Ебать, движуха! Писец, музончик! На синий свет, бежим! Да-да-да, я помню. Они сзади прям, они сзади прям. Кто они? А-а-а! Блять! Ебать, экшен! Обратно, нахуй! Мне кажется, мы должны... Закрыто! Блять, закрыто, нахуй! Пиздец, охуенно. Было закрыто. Ру сзади прям, бля. А чё, как, там куда-то надо было свернуть? Ну, походу, не туда побежали. Просто какой-то... Ебать, прикольная музыка. Ебать, нахуй. А, вот, блядь, бензопила, надо бензопилой было пилить. Дверь. Взяли бензопилу! Куда? Здесь она, блядь, куда вы бежите? А где дверь? Да, блядь, сука, меня сожрали, нахуй. Ну, уже пизда нам. Я не знаю. Ебать. Меня съели. А куда бежать-то, блядь? Вот это твой, ты что, блядь? Сука. Блин, кайф. Мне нравится. Больно осень. Пиздец. Это сейф комната, наверное. Да, да, да. Это сейф комната, да. Открывай! Да, блядь, сейф! Да пусти! Блядь, назад! А куда бежать-то, а блядь, надо было? Дальше, наверное, прямо. Да, прямо, прямо. Ебать! Ебать! Страшно. Сильные комнаты. Сильные комнаты. Блядь! Просто белый экран. Сука. Меня съели. Хочу посмотреть, что там, блядь. Там была сейф-комната, мы не добежали! Один шаг! Сдохли? Да. Да. Сука, мы не добежали до сейф-комнаты. Let's go, let's go. Мы повелись на дырку. На F надо, на F нажимать. Дверь, чтобы открыть. Давайте. Быстрее! Открывай! Блядь! Пиздец. Это хуйня бежит, что? Блять! Помогите, у меня стресс, нахуй! Блять, да я застряла! Сука! А мы туда бежим вообще? Да! Блять! Ебани, блядь! Почему я не падаю? Ты? А вот я ебать, падаю. Нахуй, куда я бегу? Это черт убил. Блядь! Я проиграла. Давай, 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 давай. Стоп, подождите, что-то не туда. Я проиграла. Вот налево, а налево. Надо? Налево надо было. Ладно, нет? Похер. А, ну похуй, ладно. Блядь! Сука. Пиздец. Тут лабиринты, конечно, вообще непонятно, да, куда бежать. Да, что-то вообще. И с этого же момента, блядь. Бери, давай. Вот будь по фонарике, мы пусть это вот жена. Вы где? Ой, что-то залагало все. А где я? Давай, давай, давай!
блин, уровень классный. Да, да, да. Блять, за мной, кажется, бежит прям. Не, вон он. Ладно. Куда? Блять, сюда! Вот сюда, блять, да, блять! Не открывается, не открывается. Она не открывается. Да, эта дверь не открывается. Я что-то, я бегу дальше. Охуенно. Айрис, вставай! Ира, давай. Давай, 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 давай. Пытаюсь. Я вижу синюю комнату. Ой, блядь, закрылась, закрылась, беги дальше. Блядь, обратно. Бегу, бегу. Блин, ну что? Пиздос. Блядь, сколько мы этот уровень будем брать? Ровнее спинку. Давайте батончики, надо батончики съесть, блядь. Зачем? А нихуя нет. А зачем, да? Мы же умирали. А зачем их есть-то? Для этого батончики нужны, чтобы... А, скорость? А-а-а. Берите этот кто-нибудь. А вот, смотрите, вот выход написано. А, блядь, нифига. Прямой? Пустите, а ну, с бензопилой меня. Идем. Так. Все, идем. Сейчас, короче, я открываю, бежим за Ирой. Ира, я как открываю, ты первая пробегаешь. Потому что ты куда-то пробежала, мы не ебем куда, блядь. Я тоже не знаю. Проходи. Давайте. Я не могу, я застряла. Отойди, отойди, отойди назад. Анж, отойди назад. А, все. Проходи, Ира, Ира, проходи. Ира. Да, да, да. Пробегай, погнали. Блядь, меня сожрали сразу. Меня тоже. Надо одновременно прыгать, иначе он же начинает бежать. Так нет, отпрыгнуть тогда одновременно. Так мы и не прыгнули, потому что, блядь, пиздели. Я наугад вообще все время пробегала. Так куда, ты направо пробежала? Да. Да. Ладно, пойдем налево. Тут без разницы. А, ну вот налево. Я вот здесь была, я вот здесь была. Оттуда сейчас чел появится. Сейчас только не на... вниз не спускайтесь, будет проход, я тут была. Вниз не спускайтесь, в самый низ. Там будет сейчас проход. Вот сюда, прямо, 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 да. Блядь, меня съел. Куда себе? Давай. Пиздец. Да, экшен вообще с этой музыкой лютый. Посмотри, сейф-комната сзади была! Сука, сейф-комната была! Но там она закрылась. А, да? Во-во, походу, вот. Блин, 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 да! Давай, давай, давай! Хорош! Ебать! Пиздец! Отец! Ебать! Жёстко! Мощно! Лучший! Ой, тихо, тихо! Мощно было, конечно. Блин, круто, так, да. Вперёд, мне понравилось. Что тут есть? А, тоже бежать надо, ребят. Нет? Нет, АБЦ. Как-то очень быстро бегаем. АБЦ. Что ты взяла? А, вот бумажка. Взяла. Вот надо подвинуть телек какой-то. Телек подвинуть надо какой-то, написано. А, смотрите, this way подписано. А, this way вниз. Типа спрыгнуть нам надо будет? Осуждаем, конечно. Нет, видите, телек надо подвинуть чему-то. Где? Покажи телек. Вот. Бумажка. А тут лифт работает. Ебать, я не знаю. А вы вообще видите телеки? Я здесь телеков-то и не вижу. Я даже не вижу. А двери открываются, посмотрите какие-нибудь. Вот, а нет, дверь закрыта. Тут лифт есть. О, дверь открылась, а... Нет, туда лучше не ходить, я надеюсь. Ну там надо подвинуть. Пойдем. Ну если можно поехать, то пойдем. Тут проход! Где? Где? Вот здесь, ну, выход с уровня, походу, я поняла. А, ну let's go на лифт. А, скорее всего. Погнали, пойдемте, да. На лифт, да, ну, да. Пойдемте на лифт, пойдем. Бля, я бензопилу выкидываю нахуй. Почему? А нахуй она нужна? Там был, что было? Проход? Куда? Там был проход на этот. Выход с уровня. Когда, помнишь, там был такой туннель? Да. Где много уровней было. Да, 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 вот да. Это, да. Илим. А вот, смотрите. Так, и что у нас здесь? О, тут ТВ, слышите? Вам какое-то ТВ надо было, да? Да. Вот, смотрите, стоп, вот. Стоп, стоп. А что ты там смотришь? Умер? Никто. А, это кто-то смотрит там. А вот. А что там написано? Там, подожди, тут там ток. А, подожди, надо его завести сюда, но надо электричество, наверное, выключить будет. Вот еще дверь. Это красная комната, блядь. Ну, пойдемте сюда. Что-то дохуя дверей как-то. Да, что тут? Они все закрыты. И звуки такие. Да, все ключи нужны. Смотрите, тут проход. А, я знаю, ебать, здесь тварь будет, кстати, слышите? Какая? Приятная. Блядь! Блядь, здесь сейчас за окном кто-то! Блядь, выйди ты нахуй! Ты можешь выйти? Ой, блядь. Это, блядь! А, блядь, убегаем! Там с другой стороны кто-то был тоже еще. Вон стрей огромный! Ебать! Ты куда бежать? Вот! Кто там, блядь? Я не понимаю, кто? Кто это, вот это кто бежит?
Это я. Анж, ты? Да. Так, а все остальные умерли? Это, по-моему, что разнулся. Пиздец. А там дальше есть проход, может, пойдем туда? Давай туда. Ты тоже с окна кто-то схавал? Да. Да. Блять, как лагает. Не, за мной гналась херня вот по этим коридорам. Я зашла в комнату, успела закрыть. Ебать, там темно. Вон он. И в окне меня кто-то чуть не съел. Ну, съел точнее. И что, блядь, делать нахуй? Ну там ток. Да. Ты куда? Ты, я просто смотрю. Вот он пропал. Он пропал. А, тут еще один проход. Так, а вот здесь шторы закрыты. Шторы закрыты здесь. Смотри, наверное, надо заходить в комнаты, закрывать двери. И, наверное, где зашторено, там безопасно, нет? Не думаешь? Наверное. Проверяй еще раз. Идет. Тихо. А, идет. Пиздец. Он как будто сейчас зайдет сюда. Шел. Че, выходим? Да, пойдем. Может быть, так по комнатам будем идти? Пасть корзина чучела, я обосрался. Он идет! Там, да, страшная херня. Ебать, он шел только что. Ты где? Я в туалете, я там же осталась. А, я в другую комнату зашла. Так у меня там дверь открыта, блядь. Крисом за окном чучело. Да, у меня там... Он открывает шторы и вылазит. Если ты близко подходишь, он тебя убьет. Угу. Я боюсь выходить. Ис, ты где? Я в другом туалете уже. Два туалета вперед. Блять. Я не понимаю, он здесь или нет? Нет. Вот, вот сейчас он как здесь. Будто кто-то ходит. Сейчас да. Фух. Ебать, он топает. Угу. А ты сама-то в том туалете осталась? Да. Вот, Крис, здесь. Здрасте. Он идет! Блять, его лапа нахуй! Его рожа! Пиздец! Фух. А ты сама-то что там? Я в туалете. В том же? Да. Блять, я уже три двери прошла, мне страшно. Блять, отстань! Что ты говоришь? Да я там говорю Челику, который открывает окно и подглядывает за тем, как я переодеваюсь. Какое здесь сердечко? У меня? У меня из душа. Тень от души в виде сердечка. Да господи, что он там ходит? Громкий какой-то, да. Я тоже где-то ходит. Посмотри на душ, Крис. Ой, да. Сердечко. Блять, идет. Хотела выйти, нихуя он тут ходит. О, вон он. Паук какой-то. Да, это Крис? Паук. Да, Крис ходит, да. А что такое? Б, вот там телек! Проходит... Вы не можете толкать телевизор с предметом в руке. Вы поняли, что делать, да? Ебать, нужно, а что телевизор такое? Во другой лифт загнать. А, ёшкин. А я не могу его загнать, подожди. Блять, тут даже нет. А, вот. А как это я его... Ты так... нашла, а, вот, телек? Да, я нашла, да, телек. А что, далеко от меня это? В четырех, ну, дверях. В том же туалете. Почему ты выходишь оттуда? В четырех дверях. Так, в смысле, я вообще только что вышла оттуда, дальше пробежала. Ебать, а, как мне его вывозить? Я уже в другом туалете, уже три туалета пробежала. Че, Крис везет? Ебать, да, он медленно везет, пиздец. Ёб твою мать. Наверное, надо будет бросать и прятаться, типа. А как его вообще, где, блядь? Крис? А где я, блядь? А где Крис? Да погоди сейчас. А вот она. Он не толкается. Он не толкается почему-то. Сейчас. Может, надо вдвоем? Погоди, нет, сейчас. Крис идет! Блять! Ты закрыла? Да. Блин, тут нельзя перещелкивать. Он почему-то горизонтально не проводится. Можно как-то. Можно как-то. Он проводится только вертикально, блядь, и он не влезает в дверь из-за этого. Он вышел из коридора, блядь? Нет. Не ползает там больше? Он в коридоре, слышишь? В коридоре. Я вот тоже пробовала, стрелочка у меня не работает. Пиджап, и там тоже. Правый попробуй кнопкой. Правый? А, нет, все, да, нет, работает, я, спасибо. Ага. Левая работает, да.
все, креста одна осталась. Смотри на себя в телек, блядь. Сейчас, подождите. Где телек? А, там в коридоре. Он идет, Крис. Я вижу, да. А в какую сторону мне идти, если что? По-моему, направо тебе надо. Куда он сейчас пошел? Туда? Подожди, нет. По-моему, туда. Да, 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 туда. Да, он там стоит. Не, по-моему, не тут. Я не знаю. Это вам это виднее, вы бегали тут. Умную походку хуяет. Да, а, подожди. А, не, все правильно, все правильно. А, все правильно, да. Прирожденный Майкл Джексон. Крис, поворачивай налево. Блять, куда нахуй? Крис, не, налево. Вот назад, вот тебе назад. Сюда? Ты спиной сейчас, да-да-да-да-да. Вот, а там электрощиток, подожди, да. Может, нет, надо что-то сделать? Видишь, туда, вон тебе пройти. Вот сюда? Назад надо, назад. Его так вести. Вот, а тебе вот здесь электрощиток, ничего не надо? Или куда там надо? Нет, нет, наверное. В лифт так надо. Вон, прям видно куда, да. Угу. Блять! Сейчас. Крис, сейчас застрянешь, блять. Да сука! Идет кто-то, идет, Крис! Закрывай дверь! Да все, тут, наверное, спокойно уже просто. Опять лунная походка. Вот с той стороны тоже можешь дверь на всякий случай закрыть. Какой? А, мне кажется, с двух сторон можно было пройти, не? Кстати. А, типа круг там идет? Да, да, мне кажется, ну, возможно, да. Блять! Можно было вперед толкать все это время. Да, нахуй, все. Что, нет никого же? Да нет, у меня рассудка нет. А, блядь, там сможешь, в комнатах надо было взять, да. Все, чуть-чуть. О! Есть. Сам завис. И что делать? Что мне-то делать? В лифт иди, в лифт. Ага, нажимай кнопку. Блядь, я не успею сейчас. Все, ёбаный рот. И куда дальше-то, не помните? Скорее всего... Попробуй, может быть, выбежать и найти эту какую-то штучку. Вот, вода, сзади, вода, сзади. Где? Где? Она, так, и что дальше? Рассудка ж не это не снимает, да? Она восстанавливает рассудок желтая. И что дальше, да, Людки? Вот выпей ее, ты выпила? Я выпила, да. Выпей вторую. А где вторая тут? А. Вот. Ага. Так, и что дальше, помните? Куда телевизор сюда поставить? Туда надо. Дальше, дальше надо поставить, угу. Какому-то окну. Угу. Тут разгромлено все. Ну да. Это, по-моему, было. Так не было. Разве? Было. Да, пила лежала, и одна вот эта вот хуйня упавшая. Блять, какая хуйрага, я не могу. Блять, она вообще такая неповоротливая. Блять, а что происходит? Ты его куда загнала? Блять! Багаж, мой багаж, унесите, пожалуйста. Пиздец, это неудобно. Так, и чё, куда еще раз? Не знаю. Штука для чемодана. А, Б, С, ебать. Это телевизор Б. Здесь три телека надо подогнать. Картинку глянь. Крис, вот смотрите, я вам сейчас объясню. Вот здесь вот написано Б. Телек Б написано, да. И вот сюда Б, а всего три телека, еще два телека. Походу, блядь. Блядь, да ну нахуй. Мне кажется, если один поставить, он сохранится. Сохрани? Все равно, если ты умрешь. Ну, давайте поставим, да. Ну, так, да, вот поставь. Че было? Да, теперь все, дальше иди. Паука поцелуй. Мне одной, что ли? Да. Охуенчик просто. А возьми, там бутылочка еще была чего-то, нет, вроде? Там где-то стояли. Да, вон сзади на ресепшене. А, да. Так сейчас не пей. Не пей. У меня рассудка нет вообще. У меня на половине почти. Ой, на меньше половины. Это прибываю. Ничего страшного. Меньше половины? Да, это умирай и пойдем. Так можешь реально умереть? Да, можешь выпить. Да я выпила, да. Да. А почему? Мне кажется, сохранится же, блядь, этот телек, если... Да, сохранится. Почему ты так думаешь? Ну, потому что все предыдущие тоже сохранялись. Все тогда рипаешь? Он прыгает туда, наружу. А, нельзя. Ладно. Паучок! Попробуй, почему нет? И паука поцелуй. Я иду целовать его. Да, не, в окно, поймай скример. А, Людмилай! Да, реально, в окно. Поймай в окно скример. Не этот. В комнату зашла. Тебе повезло, блядь. Ну что тут? Тебе шторы закрыты? Нормально. Открывай. О, иди. Ой, а он добрый. Ебать, тебя развалило. Он добрый. Ты, кстати, нашла телевизор. В этой комнате? А, блядь. Пиздец, лошара, нахуй. И чё, там телек стоит-то?
Да, да, стоит. Да. О, фу. Да, слава богу. Берем эти Берите воды. Водичку, да. Да. Да, воду возьмите. Я тут возьму. Вот тут стоит еще. О, фонарик. Я нихуя не взял. Я взяла. Фонарик. Эй! Кто забрал воду мою? Все дошли? Нет. Я вот. Все? Да. Да-да-да. Салам алейкум, салам алейкум, салам алейкум. Ну, короче, хотя бы принцип сейчас понятен, что делать. Да, блядь, ну да, да. Да-да, пойдем. Сука, ну эти... Блядь. Выходим. Мы эти налево, телеки? Короче. Анжел, пойдем. Пойдем направо. Налево. Ир, я иду к тебе. Я просто пробегаюсь. А что, подожди, интересно, это за... Щиток. Ну ладно, не буду проверять. А, тут все. Ты открывай просто сразу все. У вас паук есть? Так, у меня... Понимаю. У нас паук! У нас паук! Ира, он идет! Ебать. Ир, ты слышишь? Да. Забыла. Нету. Вот. Наш телек? Телек? Да. Он там стоит. Где у вас? Да, этот, ну, чел за окном. А, блять! Отвали нахуй. Телек нашла. А он... Только если... А, если к окну подойти, тогда можно вообще в туалет не прятаться. А, то есть он так, типа... Да ты заебал! Мистер Бальо, управление, значит, ты выходил оттуда. Чего? А он заходит в номера, да? Нет, номера не заходят, можно не закрывать. Я уже телек принес. А как нести уже его, телек? Эф! Ой, бля! Где ты? Помогите мне кто-нибудь телек, ебать, его реально неудобно нести. Я принесу, я заберу, давай. Я уже один отнес, я не знаю, чего мне удобно. Здесь нету. У нас нет телека. Ну я нашла же. А, да? Последний. Я иду по коридору, покажи где. Блять, да я выйти нахуй не могу. Меня убили. Вот телек. Это здесь паук ебаный. Уйди, я заберу. Ебать, он стрёмный. А где паук? Паук у нас, и он меня уже убил. Давай, я слежу. А вы второй еще телек принесли или только первый? Сейчас мы несем, второй несем. Вот а, ты забрал, да? Угу. Второй несем. Вот я забрал. Я пока не слышу никого. Водичку забери, ну, мою. Нормально же управление. Да нихуя, блядь, нихуя не видно, куда идти. Ну, к вам. Крис, мой чат гордится тобой. Подвигами. Кайф. Спасибо. Да все, мы уже вынесли. А все вынесли? Да. А, сейчас окей. Лифт приедет только. А почему лифт не едет? Мне нужно подняться и принять там телек. А, да. Иди поднимись, забери там телек. Поднимайся, да, там. Сейчас. Чё, всё правильно? Чё? Вниз. Ну? И чё, это нормально. Чё-то не закрывается, не едет. Да тебя пранкует просто рус. Блять! А, потому что у нас вот ещё чучело. Иди, пойдем. Кто? Куда? Так нам нужно втроем зайти. Почему? А? Да? Странно. Разве? А что, телек-то сам засунется? Ну, походу сейчас. И приходит, придется его опять тащить. Блять, да в смысле? Да так нет, он там останется, я думаю. Да ёбаны. Да ничего ненормально не тащится, мне не получалось. Это какой телек? Это С, да? Да. Да, нам надо да чё опять-то, блядь? Так надо вам всем ехать, люд. Дец. Перевес. Последний. Вот а почему нас трое, а не все вместе? Ира, так где? У меня сдохло, всё. А, Крис умерла? Да. А. Меня паук схавал. Посмотри телек. А, здесь. Ебать, у вас тут тусовка в лифте. Новых. А? Ебать! Уравнений новых добавили. 9. 9, по-моему. А, угу. Это у нас получается 3. Водичку, да? Берем? Да, это 3. Ладно, я возьму, скину потом. Чё ты посмеялась? А вот еще воду возьмите. А вы, кстати, следите за за этим, за рассудком. Угу, нормально все. Так, получилось? Да. Вам теперь нужно идти туда, да, вот открыт, да, экзит. И прыгать. А что будет, если дверь впереди найти? Своей, а где фонарики? Подожди, да. Ёпта, блядь, это что за хуйня?
Блядь, закрывай дверь. А я прыгнула. Он идет. Блядь! И чё, Айрис? Она, ты умерла? Сказали прыгнуть. Нет, я, у меня просто черный экран, я, видимо, вас должна... Нет, подожди, да, ты умерла, да. Да-да-да, не, она не умерла, она должна нас ждать. Если у неё черный экран, сейчас будет загрузка. Да. Прыгайте, да. Давай! Сюда? Не знаю. Мне кажется, вы... А, да, все. Получилось. Ой, что за бассейн опять, блядь? Нет, нах. А куда? А, сюда? Кому-то фонарик нужен? Мне опять нужно. Вы нагнулись. Потом скину. Экстра нагиб. Блять, опять этот хуйня. Я хочу туда, хочу поиграть. Чё там? Хочу туда поиграть. О, вау, я тоже хочу туда. Блин, прикольно. Дайте фонарик. У кого фонарик? У меня нету. Я скину. А? А где Ира? А как скидывать? На... Г. Выкинь из инвентаря просто за поля. Да. Ой, погоди, подожди нас. А вот он. Я жду. Взяла. Садитесь, тут у нас лодочное путешествие, вот, рёбки. Рёбки. Ребята. Ребят. Идём. У нас тут лодочное путешествие, седаун. Ничего себе. Да. А как садиться? F. А, блядь. F. Вы сели? Подожди, ты куда плывёшь-то? Подождите. На F. Мы не можем запрыгнуть. Всё. Я не могу сесть. А, села. Села, типа? Я стою. Ура, в Таиланд едем! У-ху! А там нельзя было колокольчик сделать, я тоже хотела. Может, тут можно сойти? Да зачем тебе сходить? Или нам не надо? О, мы втроём сидим, ну, мы втроём колеж. А, да. Ну, а я хоть думал, мы до Таиланда доедем. Это всё, блядь? Ладно. Да. Это всё? Можно было просто пройтись. По водичке, да. Типа. Ну, это типа, блядь, разнообразие такое. Привет, Пуч. Я сам по лестнице 3 дня поднимаюсь. Как же лагает, это пиздец. Ага. А чё лагает? Ну, когда люди, блядь, Да. А почему реально так долго? Какой-то подъём. Такой сюр какой-то. Ой, я просто сразу забраться, блядь. Ой, тут темно. А мы куда поднимаемся? Я не знаю. А чё, всё? А мы куда идём? Вы где вообще? Это кто вот это? А вы где, блядь? Подождите, дайте я фонарик достану. Анч, это ты? А нет, как это фонарик? Это S, S. Как фонарик включить? Кнопка левая или правая? Левая кнопка, да. Что-то у меня фонарик не крутить, работает. Слышите? Вот тут крутить нужно. Где, внизу? Да, обратно. Ну это как надо сделать? Что именно надо крутить, блядь? А, видимо, что проход открылся, типа, или... Может быть, вода заполнится? Вода как будто, да, заполнится, да. Они не работают. Так, может, мы просто дальше пройдем? А, вот, открылась же! Вот лодка, дальше. А, или нам куда туда, надо? Дальше, сторону? Нам нужно туда. Ёбаный, брат, блядь, опять подниматься полгода. Ёбаный, говорит, брат. Да, на игру кальмара похуй. Ой, кстати, выходит второй сезон, да? Да. Ты? Как похуй. Я даже первую не смотрела. Нет, мне понравилось. Первую пару... Ой, ебать, нихуя себе, что это было. Там все прикольно было. Пару первых серий. Мне понравилась актриса этого, которая девочка. А, можно? Ладно, пойду пробегу, чем... Мы, кажется, просто хуйней страдаем. А, нет, здесь ничего нет. А, нельзя. Не, походу, надо реально покрутить. Да. А что крутить-то, подожди. Ну, надо, наверное, чтобы вода заполнилась откуда-то как-то. Да. Ёб твою мать, почему ты так долго забираешься? Так, а мы, может быть, на предыдущей локации что-то не покрутили, нет? Да не. Ну мы же сразу, кажется, на лодку здесь... сели. А вот они почему-то не крутятся. Я нажимаю, они не крутятся. Они не крутятся, да. Может, надо одновременно? Так, нас же четверо. Рус покрутил, потому что же. Так тут больше их. Да. А так может, мы правильно все-таки приехали-то, нет? А, ребят, смотрите, здесь когда ты один покрутил, второй ты уже не можешь крутить. А, вот, смотрите. Что? Все вместе крутите. Встаньте сюда. Вот ты вот эти, смотри. Я ты не сюда могу встань. Крутить вообще никакой. Тут сюда встань. Давайте так. Я не могу еще добраться. Раз, два, три. Все крутите. Я еще не добралась. Не крутится. Подожди. Вот. Я иду. А, ты что? Я не крутила ничего. У меня нифига, нет. А что у вас получилось? Что там? А, вон, да. Ой, это ну. Ух! А, подожди, блядь! Меня! Вы не сели? Нет, все село. Я просто не вижу. Сели? Да, сели? У меня это да. Путинизм, я знаю. Ой, водопад. Ой, да, сейчас будет горчик. У-ху!
Скажу. Блин, было весело. К лестнице или куда нам по прямой ехать скорее надо? Всего. Видимо, нет, на лестницу. Там мы не поднимемся. Нет, да, там не поднимемся. Ёбаная, блядь, опять лестница. Пиздец. Уличка 4 FPS. Блять, как пиздец. У меня... А вы слышите мой ремонт или нет? Нет. Нет. Слава богу. У меня пиздец просто. Тебе школа ремонта приехали? Да нет, это наверху соседи мои любимые. Крис решила поучаствовать в проекте, не знала, что она решила позвонить в школу ремонта. Да. Ой. Ебать, спускаться быстрее. Ой, а тут темно. Я ничего не вижу, у меня просто темный экран. До свидания. Чего мы все в одну, блядь? А, да, я думала, мы в разные. А нужно до конца идти? Вы что-нибудь видите? Нет. Я просто спустилась. Загрузка сейчас будет. А, загрузка, да. Реально. Ой, это что такое? Горочки там, смотрите, как много горочек. Ой, я на горку пошла, все, пока. А это что? Run them to fill the tank. Нужно повернуть эти хуйни. Чтобы... Ребята, 4 фонарика. Кто там? Вы видите, что там? Блядь! Я не знаю, что. Ой, ёбаный в рот! Ёбаный в рот! Вода, это как будто он сюда не может... Блядь, я тону. Не, не может, не может. Не может, не может, он просто бегает. Да, ну, а как нам выйти? Бля, охуенно просто. Плавают там, блядь. А может на дно? На дно опустись! Вот, смотрите, там какая-то дверь. На дно опустись. Вы поняли, что он за мной бегает? А что? Там дверь. На дно опустись. И что, на дне? Нихуя! Блядь, я думала, что-то есть. Да я просто угораю с ним. Попробуй посмотреть, что там. Да он за нами. Нет, нет, он сейчас за русом побежал. Что в итоге делать-то, скажите? Что такое? А, не выйти. Ты вышла? Иди, Рус, туда, посмотри, что там. Нет, ну почти. Или тут ничего, просто комната, да? Это типа, это без... А, вон, иди, да, туда плыви. Лабиринт какой-то. Водный лабиринт. Я ненавижу воду, сука, это пиздец. А, да, по воде нужно идти, по воде. Я акула, я иду за тобой. Нет, 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 я боюсь акул. А где вы? Вы где? Так по лабиринту плыви, Крис. Вперед туда? Да, иди, да, 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 да. И ты сейчас увидишь лабиринт. С правой стороны будет вход. А как подниматься? А чё вы не... Чё вы не ждёте, блядь? А, нет, иди, иди, иди. А чё вы не ждёте, скажите? Сами пошли по себе. Это нечестно. Что? О, блядь! Чё там? Что там? Что там? Я что-то кручу. Ой, ебать, за ним плывёт, идёт кто-то. Сука! Огромный, огромный, да. Он меня съел. Ебать, а я даже не знаю, где я, понимаете? Вот они меня бросили, я в итоге, как всегда, пройду. А они не пройдут, блядь. Да. Блядь, Крис просто плывет где-то. Нет, ну я... Я обратно нужна? Нет, не обратно. Да, ты... Вот, да, сюда. Вон он, да? Я его крутанула, Рус, я его крутанула. Да, да, а, вот они, вот они. А попробуй сюда. А там могут же есть, нет? Может быть, это выход? Подожди, Крис, Рус. Что? Я жду, жду. А я не могу вылезти. А, вот могу. Она Крис, осторожно, здесь монстр. Да? Да. Где? Нет, нет, я шучу. Пойдем. Здесь монстр, вот здесь вот. Так ты, блин, вот ты мне вот показываешь? Вот. Я еще даже до тебя да, не сюда. Дошла. Иди, иди. Иди, иди. Да, ой, где какая ты? Красивая лока с грибами. Да, 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 я вот тоже. Вот здесь. Ой, ой, прикольно, Алиса все ничего ест. Красиво. Постарались на этот, блядь, раз. Нужно покрутить. Да. Че покрутить? Вот эти вентили. Вот какие-то вентили, да. Попробуй, может быть, рядом найти еще один. Ничего нет. А там еще вон крутится, да, вход есть. Где? Ну вон, видишь, там еще такие домики. А, вот вижу, да. Угу. Проход какой-то. Там, может, по-моему, есть длинный проход. А, вот а вон вижу, нет, да. Вентиль. Вон, да, вентиль. Я еще один вентиль рос. Вижу. Пробегаю, попробую. Да, блядь, струмно. Нет, тут еще звуки такие. Угу. А сколько надо крутить? Пока он не остановится? Тихо, тихо. А вот, да, пока он не остановится. Да крути, мне кажется. Где еще вентиль, вы сказали?
покажет, что он идет. Не знаю, мы сами. А вот еще проход. А, вот. Вон, да-да-да. Фу, какие мерзкие звуки. Ну это какой-то песик дышит. Ой, Крис, ты вообще-то куда-то не туда зашел. Как Крис? Это? Это, вот. Это импостер, это нет? А, нет, это рус. Да, у тебя фонарик я скинул, слышишь? Вот фонарик, возьми. Спасибо, фонарик. Спасибо, да. Я не могу его взять. Я не вижу, где он! А, рус, посвети, плиз! Блять, я не вижу, где фонарик, нахуй. Так, можешь ей посветить? А, все, все. А вот, блять, фонарик, ёбаный. Да, блять, ты как обычно один ходишь. Никогда не ходи не один, понятно? Почему? Ёпта. Мы вернулись, мы вернулись. Блять, мы вернулись назад. Да вот, заполнили, здесь было написано Fill the Tank, вот мы заполнили. А, да? И чё там? Вот, видите? И чё дальше? Он сзади. Сзади меня? Так. Той горки, типа, или что это? Крис, аккуратно! Крис! Осторожно, он сейчас тебя поймает! На него прям бежит! Я, блядь, бежала в сторону! Мне это бесит. Скотина. Фонарик чисто, блядь, застрял в текстурах. Да. Можно на горку забраться, может быть? А я не могу что-то на русу переключиться теперь. Блядь, почему я не могу на русу переключиться? Да, бывает такое, это баг. А чё, подожди, мы заполнили, и что в итоге задание-то какое? Ну я не знаю, здесь написано... Там написано бумажка, что там написано? Так, ну вот... Turn it to fill the tank, я же сказал, ты ещё в самом... А забраться на лестницу можно? Нет. Ну и чё, заполнили ещё дальше? Может, не все вентили прикручены. Может быть, вернуться обратно, откуда мы пришли? Мы все заполнили. Подожди, вернись обратно, откуда мы изначально пошли. Мне кажется, баг просто, А вот лестница сзади тебя, вот! Нет, сзади. Это мы откуда прилезли. А, да. Мне кажется, попробуй табак. Забраться вот на эту лестницу и скатиться с нее, вот которая синяя стоит посередине. Сколько, мне кажется, может час-два? Где-то мало так. Ли тут какое-то... Не, вот лестница, видишь, там справа от нее. Ага. Работает, не? Не, ладно. Хер. Подожди, а вот один проход же был. Мы, получается, все в один проход пошли, а вот еще второй есть. А где монстр вообще? Мы пошли налево? Он вот там ходит. Слышишь, Рус, мы пошли же налево, а направо вот туда ты не ходил? И что тут делать надо? Вот прямо там, видишь, проход впереди? Вот туда? Да. Так мы оттуда пришли. Так мы же пришли с лестницы. Мы вот сюда залезли, проплыли, прошли там, прокрутили, и вот отсюда вышли. Так иди обратно туда, вот где оттуда. А, да? Вот иди туда. Думаешь? А, ну да, кстати, может быть, да. Блядь, мне кажется, это баг. А, подожди, попробуй нырнуть на дно. Попробуй нырнуть на дно. Может, там просто а, можно. А, мне пишут, если вы все сделали, вернитесь назад. А, возвращайся по лестнице, поднимайся. По лестнице поднимайся, да. Ебать, он карабкается, прикольно. Так, и что здесь? А, сейчас корабль тогда можно будет, ой, корабль, блядь, лодку обратно, значит. А, корабль. Вон, да. А, да. Это лайнер. Прям хочешь повезти? Нет. А где все? Кто-то хочет. А, Айрис, ты где? Я вот, прыгнула. Блин, хочу так же прыгнуть вживую, так, в водичку. А, малыш. Блять. А чё, я за... А, нет, я ещё не села! Всё, я села, всё. Да-да-да. Всё? Да-да. А можно слезть, пожалуйста? Мне не видно ничего. А мы туда плывём, да? Всё норм? Наверное. Да. Ой. Так вроде медленно, да. Пиздец. Ой, мы сейчас свалимся же. Подожди, нам надо, наверное, тут остановиться, потому что там обрыв. Ой, да. Наверное, да. Может, здесь уже останавливаться. Да. Давайте вот тут остановлюсь. И нам, наверное, может быть, мы эту дыру можем как-то заделать и потом дальше поплыть, не? Бля, ну это хуя воды прям. Не, может быть, там платформа поднимется. Пиздец. А, нужно с двух сторон, ребят. Видите? Идите сюда. Ко мне. Где вы, блядь? Куда к тебе? Блядь. А упал? Я? А, я думал, ты Рус упал. Охуенчик, блядь. Спасибо. Давай. А как это с двух сторон сделать? А уже никак. Как понять с двух сторон? А, ну, типа там, да, скорее всего, да. Же тоже. А как? Может, здесь подняться? А, вот здесь, наверное, надо подняться, пройти. Да. Дальше я проверю. Так вот, через... А я на скотч наткнулась на этот. А, нет. Здесь. А если... Аня, туда не припрыгнешь. Я, все, я ты понял, сразу поняла, что он ненадежно выглядит? Как? Я даже понял. Подвоха не почувствовала. Рестарт. Надо. Да почему? Подожди, зачем? Вот все правильно. Да, вот, вот да. Зачем рестарт? Давайте. Не знаю. Я кручу а как уже. Ты туда забрался? Он крутит. Крутите!
А что крутим. Надо крутить? Ну ебать, что там можно покрутить? Все, включила. Покрутила, все. Ну да. И что изменилось? А во, вода появилась, вода появилась, да. Беги. А как ты перешел туда? Вот, а там то есть, он не поднялся, да. Перешел. Угу. Как? Ладно. Там просто можно подняться, там скрыт проход был. А. Угу. Что это такое? Груз. Спасибо. А можно побыстрее как-то плыть, блять? Все так медленно. А на shift попробуй нажать. Не плывет быстрее? Не плывет. Ребята, вы слышите нажимала. Ремонт? Чат, вы слышите? Что? Да я чат. Да, да, слышно. Рассудок, видимо, тратится только когда монстры, видимо, есть на локации. Да, да, да. Да, реально слышно, сука. Ну, нам ничего не слышно. Да. Угу. Есть просто ремонт прям в квартире. В соседней комнате такая, блять, почему слышно? Нет, 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 у меня наверху. А нам куда, направо, налево? Кажется, без разницы. Они так прикольно карабкаются. А, нет, наверное, налево. А, нет, разница есть. А, да. Не, проход только здесь. С этой стороны. Такие звуки прикольные. Буль, 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 буль. Чё там? Ничего, дышит еле-еле. А вот какой-то проход, да, Рус, у тебя. А, нет. Где? Наебал его. Или нет? О, да, не это... Ребята. Да, да, да. Ко мне идите так опять. Так подожди, как они поймут, что туда идти-то надо? Я сейчас подойду. Вот. А кто, подожди, мы что, вдвоем? Айрис, поднимайся. Я тут. А, вот, да, вот, всё. Сюда, пойдём. О боже, как ужасно. Почему? Ну вот это вот, когда бежишь друг за другом, блядь, а, да. Дёргает сильно. Да-да-да. Вот видите, опять Feel the Tank, да? Блин, да. Бесячество. Меня оно бесит, Feel the Tank. Берите эти... Задание-то? Фонарики, да. А где фонарики? Там были у Feel the Tank. Там возле этой хуйни фонарики. Ага. Только мы все в одну сторону, блядь, пойдем, а или нет? А что у меня? Мне страшно, что ли? А, вот от этой воды... А почему воды нас четверо? А? Это Крис? Да, ой. Крис? Что это? Воду эту не становитесь. А, да. А, реально? Блять. А как прыгнуть тогда? Ну, по одному давайте. Ладно, давайте. А, блять! Что? А. Понимаете, вон туда? Вы забрали... Кто-нибудь забрался хоть? Ну, вот забирается кто-то. О, я нашел эту. Нашел один, то, что крутить. Всё, я забралась. Сука. Как же... Блядь, а что за звуки сделать? Страшные здесь? Ой, там гриб какой-то огромный. Заберите что-нибудь сюда тоже. Блядь, а вот да что ж такое-то? Не получается. Кто ну, это стоит? Давай. Да я. Я наверху. Прям возле меня гондон, ребят. Блядь, как он медленно крутится. Блин. Ходит здесь? Если вы ходите, он тоже ходит. По воде? Или что? А если он не ходит? Где вы можете ходить, говорю, он там тоже может. Там гриб огромный какой-то. Ой, он там, где гриб, он идет сейчас сюда. Да, идет за вами, я пока за ним пойду. Может, я успею. Я в грибы зашла. Блядь, а он сзади прям шел, я думал, он пролил. Ой, меня убили опять, да сука! Меня тоже. Пизда. Я зашла в грибы. А, меня тоже, бля. Господи, я так испугалась. Просто поворот и... Рус, ты один. Да, я понял. Там был еще один вентиль. Просто я его не доплыл. Поплыл. Стрём. А что будет, если туда прыгнуть? Короче, видите, вот я могу ходить, и он меня ёбнет. Если залезу вот сюда, я выживу. А, вглубь, типа? Да. Ну, давай крути, если что, скажем. Ты покрутила этот вентиль? Нет. Вот рядом да. С тобой был. А. Да-да-да, этот да. Ого. Он идет! Да, я вижу. Это какой-то чел из аниме вот этого, знаете, который... Боже, как лагает, блядь. Харуки Мурака... Да-да-да. А вон там еще один вход, ты не можешь туда пройти? Чё? Тебя лагает, наверное, из-за того, что здесь воды дохуя, типа.
Наверное, ты у меня просто летаешь иногда в воздухе, блядь. Попробуй в тот выход, нет? Да, вон там еще же один есть. Круголя, так я оттуда пришел. Ну что? Так может там можно круг сделать? Так там нет, там это вот это вот паркур, где вы, блядь, прыгали. А, прыгать, да. Так там, где паркур-то была маленькая комната с вентилем. А попробуй не слышишь? Тихо просто. Идти. Присесть. Да, кстати, может быть он не будет слышать. Такая... Реально. Это же новый монстр, да? Да. Да. А здесь, там вот прыгай туда, и там будет эта комнатка маленькая, там она с вентилем, слышишь? Да-да-да. Угу. И показывает, будто ты не прыгал, а просто прошел. Вот направо и, там комната. Крутили, или крутили? Направо там комната. Этот крутили, крутили, по-моему, да, Анж крутила. Да, этот крутила. Пиздец, а что так громче? А что с Русом? Что ты делаешь? Прикалывается. Я так быстрее иду. О, нихуя. Да, это я. Он идет! Он идет. А, он передумал. Типа он слишком большой, чтобы все. Да. Слишком огромный. Так, я сейчас приду. Давай. Да, пиздец. А сзади идет. Убегай сразу в этот, ага. Идет за тобой. Очень быстро идет за тобой. Да, он, блядь, идет. Реально в этот проем прошел. Блядь, вот он меня там убил. Прыгай. Сейчас сюда плавать сразу. Отлично. А его там нет. Он же исчез. Теперь надо вернуться назад, откуда мы пришли все. Тебе еще в другую сторону, не? Вот сюда. Все еще бежит? Нет. Вроде нет. Так я же тебе сказала, он еще там исчез наверху. Ну да, но как будто. Ладно. Сейчас я попробую, я отсюда посмотрю, если он здесь, то. Последний остался. А, стоп, три же, да? А, все. Так мы сделали, да. Да, все. Давайте фонариков захочу. Или вы все забрали? Там один, по-моему, остался. О, нет, еще. Есть один нормальный. Пиздец. На фонарик увидите один. Слышите? Ну, давай. Покинул вот на пол. А где наша это самое? Лодка. А, нам вниз надо. Да. А где Крис? Она еще не пришла? Наверное, нет. Я здесь. А, мы все, давай вниз спускайся. Угу. Вниз? А, да. Угу. Ну, к лодке. Да. Да, а что? А точно все? К лодке? Выходишь налево и вниз. Я вот здесь. К лодке идем. Да, к лодке. А я куда-то вниз начала спускаться, туда внутрь. Нет, поднимай. Блять, сейчас надо спуститься. А, как мне туда обратно спуститься? Ой, подняться. Ты поднялась? Нет, он не поднимается. Ты что, в этой локации? Да. Ну нет, у меня просто черный экран, типа, что он спускается. Блять, ладно, тогда без Криса. Охуенно! А, мне говорит, если черный экран, то идите. То есть нам надо куда идти, к ней идти или на лодку? Ну нет, к ней тогда у нас... Нет, в плане... Она же просто на прошлую локацию вернулась. Чтобы да, она не в любом случае, да. Все. А там нам делать уже нехуй, соответственно, все потеряно. Пойдем. Ну езжайте, да. Только, блядь, у меня просто черный пишет, экран. Мне что надо к ней и обратно. Вот так вот. Нахуя? Ну, это чтобы типа, Крис что вернуть, да, вместе, типа. Да, чтобы вернуть, что мы все вместе там. А, так вы же не пройдете, да. Так вы не пройдете дальше без меня, потому мы что я живая. Мы уже не поднимемся. Почему? Ну, хорошо, давайте попробуем проплыть, окей. Нет, ну, смотрите, куда, мы же не подняться здесь нам, все. А проплыть же. Так поплывите. Ребят, смотрите, здесь не было вот этой дырки. Я даже не знаю, о чем ну, они да говорят. Хорошо, мы не поднимемся, плыть так, что, как? Давайте плыть. На F. А, кто-то ладно, будет музыка такая.
Да, нам не подняться там получается. Блин, так тупо и не продумано. Ой-ой-ой-ой, что за виды? Так я думаю, загрузится. Я думаю, нет. Так я же живая. Как она загрузится? Ну, потому что мы никак не поднимемся, хотя мы прыгнули в яму, и там... Нет, лестница, но сейчас мы доплывем до следующей локации, и Крис с нами появится. Да-да-да. Тут же ничего сейчас такого не будет. Крис, ты чё? Я пытаюсь наверх собраться. У меня не получается. Чё, слышно, как Клаву я бью? Она будет с нами, мы же в следующий уже уровень пойдем условно. Так, а там же уровень не проходится, пока все не выйдут на мне локацию. Мне кажется, может быть, он тебя засчитает, он как... Да? Угу. Нельзя забраться. Ну, вот, а, можно. Я посмотрю, что у них происходит. А, это я печатаю? Да. Блять, я даже просто этого не вижу. Не отображается. А Ира где? Игра, а, сзади. А, вот, вот, мы сейчас тут. Где-то тут. А, подожди, ну, это же та же прикольная самая. Локация. Нет, локация? А почему вы туда пошли, а не наверх еще? Вот еще наверх есть, а нету. Так это та же локация? Ну, похоже. Да, мы пока не перешли. Ну вон опять вниз. Блядь, нас спустя 3 часа. Да вот, 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 опять вниз. Ну все, сейчас прогрузится уже. Угу. Ой, блядь, сейчас опять нахуй эта хуйня начнется. Она меня бесит. Ира, ты спустилась? Да, я спускаюсь. Значит, так долго? Да. А, ну вот, залагали, блядь. Да, все. Я же говорю. Бля. Крис, умри. А как я умру? У меня просто черный экран. Я как бы... черный экран? Ну, заново тогда. Перезапускайте уровень. Блядь. О, подождите. Это мы где? О! О! Ура! Пойдем, Крис, спускайся назад. Да, иду. Где, да, Крис. Да. Сука. Я сейчас опять плыть нахуй. Ура! Так прикольно, каблучками цокаем. Угу. Это модный показ? Блять. Кто за руль? Не я. Not me. Кто сел за руль? Я за руль села? Да. Бля, ну ладно. Не, ладно. Чё-чё? Правильно плывём? Да, всё хорошо. А чё, прикольно за рулём? Всё, приехали. Крис. Да, блядь, она не идёт почему-то вперёд. Поворачивай. Она, блядь, застряла нахуй. Пиздец. Она не едет. Охуенно. Давай, Крис. Давай-давай. Ой, блядь! Чего? Я умерла. Как? Почему? Я не знаю. Что, блядь? Потому что вот же вода, блядь, электролизованная. А-а-а-а. Анжел. А-а-а, вчетвером. Ладно, без меня, без меня тогда. А я иногда, кстати, ловлю нас на том, что мы говорим, типа, а, сука, блядь, вот так вот, одинаково, с одной и той же интонацией. Мы? Да, втроём, девочки. А где Ир? Я вообще ее не слышу. А, да, Ир. А я что, замьючена была? Ира исчезла, бля. Да. А вот ты здесь. А, бля, а я разговариваю. Сама собой такая. Да. Все, идем. Так вы еще, типа, мы бегаем, и такие, где Ира? Я говорю, я тут. И вы такие, а вот ты где, типа. Я думал, нормально все. Нет, тогда, нет, тогда ты вот здесь вот, когда мы были, ты здесь не замучена была. Ты сейчас... Да-да-да, тут еще нормально было, да. Да, тут мы тебя слышали. Понял, ладно. Мы тебя не слышим с момента, как мы запустили заново. А, угу. Случайно тыкнула. А в игре как-то можно тыкнуть? А может не в игре, может в Discord. А, точно, точно, да-да-да. Ебать, ты сделал только что 360 градусов переворот. Носком. О, опять фил де танк, ребята. Бля, какая... Ой, блядь, я на нерв пошла нахуй! Блядь, я опять застряла, сука! Че за хуйня? Ой, подождите. А вот туда надо идти. Я... У меня черный экран, нахуй. А кто здесь? Я один покрутил. Пойдем туда, вот и стрелка. Какой пиздец!
Да, блядь, тут черт. Ну, Рус! Хотя бы шаги не слышим. Блять, ребята, сорян. Долго надо. Охуенно, ты кто там сидит? Сашка. Не хотите перезагрузить? А ну-ка покажи свой бейджик. Это я. Хорошо, верю. Не хотите перезагрузиться? А, подождите меня! А, я тут второй уже нашла. У нас третий, да, надо, и все. А, ну давай. Как выйти, блядь? Ну ладно, я просто посижу, да. Ой. А все сюда, да, надо? Наверное. А, тут нихуя нет. Сидим, пердим. Не три, типа. Два? Тут типа много, да. Может, на харде много, а на среднем... Ну, смотрите, мы два сделали. Да. А мы на харде играем? Нет. Нет. А почему? Нормально. Нормально. А потому что на харде пиздец. А куда идти? Ебать, Ира. А куда идет-то? А где он? Здесь он. Я не вижу, блядь, где он. Чё ты? Все умерла? Я вижу кто-то, я вижу кто-то в воде. Это я. Я просто захожу за угол, а там он. Я вроде... Угар. Хочу убежать. Он еще здесь? А вон он только что был, только что за углом был. Как вылезти отсюда? Вот сюда иди. Он только что там был. Ребят, ну черный экран, что я могу сказать? А, давайте Анджело посмотрим пока. А он реально не слышит, когда на корточку идёшь? 360. Или что? Мне кажется, нет. Сейчас. Ебать, мяско. Сделаем. Сейчас. Он дышит мерзко. Блин, не могу сделать. Нет, здесь тоже три их. Блин, да, ребят, сорян, не мы могу. Мы уже два сделали. Ладно. Посмотрим на черный экран. Может, здесь типа фейковые? Я вот так посижу пока хотя бы. Вон он. А, вон он. Иди назад, я пока буду смотреть за ним. Иди вот там. Так, я буду. Не, иди. Там проход еще есть. Какую сто... А, в этом? Бегает. Окей. А он за тобой бежит почему-то. Почему он за тобой бежит? Я в воде. А, нет, он за мной бежит, все нормально. Блять. Вот вентиль. Крути. Сейчас, он у тебя? Да. Идет куда-то, идет в правую сторону, сейчас его на себя загрю. Блять. Ну я в воде, или еще крутить, блять, не крутить. Сейчас я его увижу. Блять, здесь опасно, конечно, проходить. Я кручу. Сейчас, мне кажется, он на меня пойдет. Да, меня увидел. Я кручу. Это да, озвучка. Он у меня ходит. Эй, долбоёб. А там еще какой-то проход, кстати, был. Я думал, не надо уже туда идти. Так, все, на тебя, да? Да. Ну все, это третий был вентиль. Иди посмотри, мы заполнили, пройди. Нет. Не заполнили? Только на одну часть заполнили. Видимо, да, фейковый, короче, мы два каких-то сделали. Как же. Ну следи сюда, он идет ко мне, блять, да? Нет. Да, у меня вот он. Ладно, ребят. Сходи с ним, этот, агри его. Сходи с ним. Сейчас. Эй, иди сюда, блядь. Алло, блядь, мило. Он к тебе идет. Я, сука, не могу выбраться, блядь. Он к тебе пошел, Рус. А, вот, я сейчас могу, наверное, показывать сейчас. А где ты? Я кручу вентиль. По-моему, да. Сейчас. Я закрутил. А вот он. Иди сюда, блядь. Да он не меня не видит вообще, блядь. Он у Руса. Блядь, я не могу бежать. Смотрим стрим Анж. А вот еще вентиль. Это стрим про стрим. А вот он у меня. Только с опозданием. Он у меня здесь. Мне нравится твой котик, который у тебя крутится бешено. Иди сюда, блядь. Все, я один уже закрутил. А что ему на тебя? Он меня не слышит. Да. Чё он меня не слышит, блядь? Уже нет вентилей? Нет. Там был проход еще, когда через этот едешь, идешь,
Вон туда смотри. Вот вентиль, вентиль, вот. А, я думал, ты этот закрутил уже. Я другой крутил, я справа крутил. Котик вечный двигатель. Да. Прям его жалко. Пойдем посмотрим, сколько заполнили, потому что я уже... Ну как у него голова кружится? Там, он там, аккуратно. У меня котик на эфире прыгает. Блин, не жену. Че, котик? Прыгает на эфире. Так, еще один остался. Где ты говоришь проход? Вот, туда пойдем, под. У меня еще звук накладывается. У-и-а-а, вот это вот, знаете, которое? У-и-а-а, вот это... Да-да-да. Пойдем под этот, да, сюда. А вот здесь вентиль. Итак, я его закрутила, да, вон там проход. Вон проход есть. А, вон. А чего, подождите, это вот звук отдам. Так нет, это проход к тебе. Да, вот хотя бы вот так. А, да? Чтобы звук игры был немножко. Да, точнее, в ту комнату иди пройди, ты поймешь. Посмотри. Я не хочу, я боюсь. Давай я пройду. Я уточню, что для себя это оно или нет? Уточню для себя. А, нет, здесь вентиль. Да, давай. Давай, я кручу. Там нет, там тупик, да? Чтоб я на себя его, если что, приманила. Я не знаю, честно. Но у тебя там проходы еще есть какие-то? Там куда-то есть проход. Все, я бы закрутил, пойдем. Окей, okay, let's go. Все, все сделали? Ну сейчас посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Прикольно под водой так. Угу. Так, аккуратно, он тут может быть сейчас. Поняли? Да, ура. Пойдем. Рассудок! Крис просто просидела, покайфовала. А, это у меня рассудок, наверное. Зубки такие. Ну, сейчас. Все, идем. Сейчас, ребят. А куда нам, наверх? Как будто нет, можно и вниз, на самом деле. Да, можно вниз. Подожди. Там есть это? Куда? Ты уверен? А как ты вниз хочешь? Тут нигде дырки нет. Тут дырки нигде нет. Не, это же не мой котик был, это был стриманш. У меня котика нет. Стрим кого? Анш. Мой. Анш. Анш! Ой. Блять. Нормально прыгнул. Паркур. А чё, где лодка, блять? А, стоп. Реально, где лодка? А мы туда вообще вышли? А, скорее всего, видимо... Чё, не туда? Вот там надо было, наверное. Типа спуститься. На монстр уехал, блядь. Монстр на каникулах. Блядь, я в ком-то нахуй. И я. И я, блядь. Бля, что делать? Я вышла. Вы разобрались? Нет. Нет, мы многоножка. Блядь, не шевелитесь. Подождите, мы втроем? Назад можно. Ой. Ой. А, ну все, нас сразу привело сюда. Кажется, да? Да. Куда нас? Нет, это обратно. Пиздец. Блядь. Подождите, ну у нас же вентили прокручены, наверное, нет? Все равно будут это сейчас. Это старое. Не знаю. Но я мне поняла, кажется, что это старое. Я надеюсь. Бля, как пиздец. Тупо. Здесь есть какая-то кнопка на клавиатуре, которая левел стартит. Я просто по клавиатуре пизданул. Да. Нет. Есть. Нет. Есть такая? Мне кажется, все да. Да. А, еще одна строка пишет. Да, этот. Так. Вот инвентаря. Ну, по-моему, нет. Нету. А, наверное, нет. Я хуй знает. Странно тогда. Может, реально залагало просто еще. Блять, ой. Я надеюсь, что реально сейчас будет сохранение. Куда она? Не знаю, опять на лестницу. Да, опять на лестницу. Бля. Сука, если это так, реально сейчас это будет полный пиздец. Но мы можем сразу пройти куда, вот куда нам надо, да? А куда нам надо? А куда нам надо, в том-то и вопрос. Вот тут еще проход какой-то есть. Да, да, да. А вот проход. Вы куда, подождите. А, нет, смотрите, мы... Наверх. А, мне кажется, слышите? Мне кажется, нужно с двух сторон, поняли? Типа. Там нету ничего. А, стоп, чё? Там просто наверх такая подъем. Стоп, всё. Что? Мы уже отсюда спускались, это нет? Тоже подъем. Не, мы с другой стороны. Короче, нам туда. Обратно? Снова? Не знаю, сейчас посмотрим. Надо будет спуститься, а посмотреть, вот если они заполнены.
Так мы там были. Если мы заполнены, если они заполнены, ну, то да, да, да. Если нет. Это такая походка, когда ты просто идешь и скажешь. Кого? Да, походочкой. Да. А куда ты сказал, надо вот было сюда, до этого? Сюда. Я вот сюда я показал. И просто вон в бассейн спрыгнуть. А, ну он заполнен водой. Слышите? Да, да. Ну. Значит, нам надо В тот вниз. Бассейн? В тот бассейн? А как нам вниз спуститься? Вон там лестница какая-то. Подождите, это же наша лодка сейчас, которая прямо мы приехали, да, только что, блядь. Да, 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 да. Да, надо еще заполнить. Короче, пойдем посмотрим. Да, пойдем. О май гад. Хоть бы не развернулся сейчас опять. Угу. Случайно. Секрет просто, да, заебали. Я не шевелюсь. Заполнено. Заполнено? А, она не полная. Чуть-чуть, она не полная. Блять, я застряла. Вот это поворот. Как? А, вот лисенка. Блять, он там ходит. Вот тут еще проход, да. Давайте все в разные стороны, мало ли кто что найдет. Даже если умрем, ничего страшного. Типа. По воде, в воде. Смотрите, он не трогает? Я кручу вентиль, ребят. Смотрите, сейчас. Я застряла, блять. А, если ты крутишь, то, скорее всего, будет. Что за хуйня, блядь? Что за хуйня? Почему я не могу вылезти? Все, идем. Да. Ладно. Все нормально там, я закрутил? Да, да, заполнено. Слава яйца. Все, идем тогда. А как мне вылезти? А где монстр? Блять, вылезти вот здесь. Вот здесь. Блять, как меня заебала эта локация, нахуй. Фух. Я не могу вылез... А, все. Фух, он просто не вылезал. Я не могу бежать. Я почему-то не могу бежать. А, потому что я сижу. Бред полный. А мы ждем, да? Потому что у меня... А, все, да, загрузка. Мы приз ждали. Угу. Ура. Так, и что в итоге? Вот здесь будет... спускаться опять. А мы можем спрыгнуть? А, мы не можем спрыгнуть. А, вон поднялось, да. Поднялась вода. Да. Почему мы не можем спрыгнуть? Так, по очереди давайте. Да, меня это раздражает. Блять, как медленно реально поднимается, пиздос. А вы уверены, что мы сейчас там сможем, типа... Да, я уже здесь. Да. Фух, как он устал, жесть. Просто пробежал метр. Вода наша? Да. Её затопило. Ебать, это что такое? Чё там? Кто там? Я не могу забраться. А, всё. Ого! Аквапарк! Аквапарк! Кайф. Нам другое только окошечко. А тут еще, смотрите, лестница справа, ничего? Да, там лестница тоже есть. Давайте сначала. Немножечко. Поиграемся. Ура! Я хочу прокатиться. Я вот на этой красной поеду. Я вот на красной, да, на красной охуенно было, или на желтой. Нельзя? А скатиться можно? Можно скатиться, наверное, да? Наверх подняться самый. Да норм. А у тебя как? А тут две лестницы, да? Не знаю. Вы думаете, можно с горок скатиться? Да мне кажется, нет, на самом деле. Мне кажется, нет. Я уверен, что нет. Я в Питере не тусуюсь, я вообще в целом не тусуюсь. Так, давайте по очереди, Людки. А, ебать, можно? Можно? Да. Ебать! Прикольно. Я на зеленую скатил. А. Так, я на желтую. Я на красную. А как, на самый верх? А что так страшно? А у меня черный экран. Я на желтую. У меня тоже черный. А зачем мы тогда по разным горкам пошли, блядь? С какой-то пиздец будет. А я не могу. Не, любую выбирай. Так ты просто вперед иди, вперед, да. Мне не пускают. Там ничего снимать не надо. Не пускают. А выбери в другую какую-то. Блять, какой бред, а? Не пускает ни в один. А вот в синюю пустила. А, да, это выход с уровня. У каждого своя, походу, да. Пизд. А, нет, слушай. Ебать, это что за... А, все вместе? Блять, а что не скатились? Ой, блять. Сейчас клоуны будут. С кем мы? Да, помнишь, как Криса, типа, эти клоуны, блять? Блять. Да. А что тут написано? Надо быть вот таким ростом. You must be this tall to ride. Вы должны быть... Да. Подходим? Мне кажется, вот нам сюда надо идти, в синее, потому что... Это в модельном агентстве нас меряют.
То в синий надо идти вот сюда, потому что это наш рост. Да-да-да, туда-туда. Это наёбка. Ребят, возьмите на столе воду, не воду. А, да, давайте. Я в Питер приезжал вообще давно. Батончики возьмите, потому что они скорость прибавляют. Музыка топ. Качество психодел. У меня, кстати, такой ковер был в детстве. У кого-нибудь был? Да, был. Бля, я его обожала просто. Что, в синюю? Да, в синюю, да, давайте. Значит, так нас пропустят. Туда пошли! Сюда? В другом. Вот рост нет, наш. Нет, нет, вот. А, вот да, это вот. Мы что, кидал, Ира? А тут да. Закрыто. А почему тут закрыто? А, все, надо было всем зайти просто. Ну что не идет? Проходим по очереди, по очереди. Ой, темно. Hello. Hello. Блять, что здесь? Блять, только не это нахуй. Balloons, so they will fight. Чё там? Нам надо ключ найти в этих, в шариках. Спасибо большое. Вас сожрали? Кого сожрали? А, Руса, походу. Бля, меня! Блядь! Блядь, Сандж, мы как всегда с тобой на этом уровне, нахуй! Сука! Ой, не могу. Они спрятали в шарике, да? А как нам этот шарик ёбнуть? Бля, какой же ебливый ключ, а? Ой, не ключ, а уровень. Вот только что было что-то. Он идет, он идет, он идет, он идет. Все. Он, короче, проходит и поворачивается. Надо лопать как шарики. Да? На F. Зачем лопать? Потому что написано, что-то спрятал в шарике. Идет, 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 идет! Ключ шарика спрятан. Да. Ну, я думаю, это явно не в этих, блядь. Ну да, это было бы слишком просто. Не в этой комнате, да. Да. Крис, давай на корточках, помнишь? Да. Думаешь? Они же нас просто не должны увидеть, нет? А, ну увидеть, не увидеть, да. Так мы на корточках можем и не... Сейчас, сейчас, сейчас. Давай шарики. Он слева, такая. Он слева находится, если что. Так, выходишь, он будет слева. Короче. А, подожди, нет, да, ничего нет. Возьми тут то, что упало у ребят. С другой стороны, Крис. Чё? С другой стороны. А, ну ладно, сейчас тоже. Да вон в углу фонарики. Так, ну чё, let's go? Давай. А он лицом стоит или как? Нет, он разворачивается. Он сейчас слева будет, сейчас увидишь. Подожди, нагнись на корточки. Его нет. Его нет, блядь. Красный, он идет! Он идет! Беги! Он ходит просто, понимаешь? Блядь, ну это сложно. А как нахуй тогда? Тогда мы могли хотя бы спрятаться и мимо них пройти. Добежать и лопнуть красный шарик. Прячьтесь под стол. Бежит, 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 бежит. Прям за тобой, Анжел. Прям под стол, под стол, под стол. Блин. Сучка. Чё, мне умирать? За тебя водичка, Крис. Ну, вообще. Да пусть попробует. Шарики лопай. Посмотри, да, хотя бы максимум пройти. Шарики, большие шарики нужны мне там везде. Большие? Да, пробеги туда, вон дальше. Не, не туда, куда ты к нему? Вон большой шарик какой-то. Блядь. Всё, ГГ. А, нет. Под стол, под стол. Крис, ты чё? Крис вообще, блядь, она их сейчас за жопу нахуй. Я почему-то уверена, что это большие. Вот они висят отдельно и, наверное, там... Ну, ходят, да, там. А, ты просто уверена? Я думал, ты знаешь. Вот большой какой-то. Крис, прячься за стол. Шкале... Вон, они ж не зря отдельно прям висят. По большие. Шкале от 1 до 10. Крис, он ходит. Двое ходят. Крис, беги под стол. Он не бежит! Мне кажется, когда музыка, они типа не так... Ебать нахуй! Тогда музыка, типа, они спокойные. Потом музыка прекращается, они бегут. Блять, их двое, охуенно. Но они только если увидят тебя, они начинают бежать. Угу. Бля, вот это было рискованно, нахуй. Сейчас развернется. А, нет. И вот тут зелененький был, вон, зеленый розовый. Пиздец, это искать, конечно, шары эти, ключи. Да. Yo, special day! Видимо, не только в больших. Мне да, кажется, да. Не только в больших, да. Ладно. Фух, подожди, передышечка. Блин, ну это слишком много шариков тогда. Ну, нас да. Четверо, блядь. Ну да, нас четверо. Что?
Здесь я убила все. А вон шарик один. Да там... Вот в этом зеленом, который она оставила. Да, прикиньте, да-да-да. Блять, давай, ладно. Просто меня будет, знаешь, что... Почему зеленый? Он фиолетовый, а не зеленый. У меня красный. А, у меня красный. А, все дальтоники. Да, разные глаза. Ты весело, блядь, стоит просто шерлопы. Охуенно, да. Песни забывают прям аж... Да, блять! Не хочет. Поближе подойди. Поближе, да. Просто кто поближе не хочет. Сдохли, Крис празднует. Попробуй влево-вправо. Подожди, не лопается. Может, все-таки небольшие? Уй! А что случилось? Это они за меня полопались. Ты просто переместилась сразу у меня. А у меня-то вообще стоишь на месте. Залагала, потому что... А, это сервер, наверное, сервер, да. Опять. Нет, сейчас нормально. Просто, видимо, игра супер... Я так переместилась. Супер графикой, поэтому. Ну и тут двое хотя бы ходят только. Ебать, ему плохо просто. Человек, который поет. Да, в музыке там вообще он надрывно поет. Как? Надрывно. Шаров пиздец. А что мы ищем вообще, ключ или что? Да, ключ. А вон столовка какая-то. А музыка не останавливалась, потому что они не видели Криса. Она останавливается только, когда они ее видят. Там столовка посередине, Крис. Где сейчас? Слева? Справа? Это не такой, как тот уровень. Посередине, вон справа. А, вот остановилась. А, увидели ее, потому что... Блядь. Все, фух. Пиздец, на грани. Где еще раз? Их трое, блин! Куда он? Их трое! А, их трое, да. Куда еще раз? Тебе надо туда, куда он убежал только что. Видишь, направо? Видишь, да, да, столб? Да. Правее зеленого столба. Да. Не надо нахуй. А что идет, блядь? То есть к столбу и туда. Смайли, какой-то не смайли. Так, где зеленый столб? Хорошо. Да, там столовка, короче. О, видишь? Ага. Блять, сука. Сука. Ну, короче, там столовка. Да, я поняла. Будет как-то сейчас вчетвером легче будет намного, конечно. Да. Да, по идее. Ебанули. Так, сейчас. Подожди, а взять что-то надо? Да нет? Ничего, а, нет. Ничего-то нет. Опа. А у кого-то ключ? А, кто-то достал, блядь, бейджик. Такая, стоп. Самое хреновое. А, уже лопнули, которые шарики. Давайте ходить по одному, потому что иначе мы не залезем под стол. Блядь. Да, блин. Ходим по одному, иначе не залезем под стол. Да. Подождите, пускай он идет. Сука, музыка пиздец. Давайте все в разные стороны. Давай. Блять, он там, нахуй. Да, все. Блять, что такое, нахуй? Кому он идет? Не знаю, за кем. А зачем бейджик? Не знаю. Я по привычке на тебя просто жму. Блять, а где кто-то видит вообще? Вы говорите, где кто ходит, блять? Ничего ж непонятно даже. Я в столовке. Хорош. Тут чел. В столовке чел прям передо мной ходит. Ебать, риску. И второй чел зашел нахуй. Я спряталась тоже в столовке. Ебануться. Тут два чела. А нет, уже один. Уже один, да. Блядь, я случайно! За кем-то побежали. Да, давай. У меня вообще никого нет здесь. Говно нахуй. Сожрал, козел. Ай! На F! На F! На F нажимай, лопается. Да. Ёб твою мать, это, блядь! Чё там? А всё, всех съел. А, Анж, тебя сожрали? Да. Рус остался. И Айрис. А Ира. Вот это ракурс у Иры, конечно, мощненький. Блин, походу... Киньте он монстра в шарике. Да, так я вот только хотела сказать. Может, реально у монстра в шарике нужно подкрасться сзади, типа? А может быть, поэтому рост нужен? А, так мы неправильно вошли. Нам, может быть, нужен как раз-таки меньший рост. Вот, чтобы они были маленькими, и мы их... Блин! Я мать уверена, шу! Шарик у него. Ой-ой-ой, Ир! Я тоже пыталась. Короче, слушайте. Да, наверное, мы... Да, нас бы не пустили сюда. Так вон же ключ на столе лежит золотой, вы чё? На столе? Да.
там на столе золотой ключ, где Ира сдохла. Реально? В столовке? Да. Да. Меня сожрали. Сука. А где... В столовку идите. Вот я в столовке, но... Блять! Сейчас смотрю, так вот если смотреть, я не... А, вот, подожди, нет. На столе ключ. Я не вижу, где на столе тут. Сейчас. На столе там нет. Ну, есть, где? Есть, есть, есть. Не, убегай! Бля. У меня просто белый экран. Я вот так где? Смотрю. Нету, нету. Где, блядь? Бля, а, он идет! Прячься. Все, он ушел, да? Да. Нет, подожди. Да, да, да. Да, да, да. Нету здесь ключа. Где на столе, блядь. Может, он спавнится? Где умер? Короче, на углу где-то кто-то умер. Здесь так это может лежал. Быть бутылка какая-нибудь вылетела. Было. Я думаю, что уже поздно и надо лопать вот эти шарики оставшиеся. Мне кажется, нам надо зайти в синюю комнату, где будут маленькие эти чубрики, и мы их шарики полопаем. Мне тоже кажется. Типа, ну, тут ничего все... нет, да? Да, тут вообще ни одной... Да, вообще ничего счет, нет. Малыш, еще даю слово, я видел на столе. Типа, это точно не глюк был. Ну, значит, уже все. Возможно. Бежал, блядь. Может, на других столах? Может, на полу? Просто белый экран. Да, это бывает баг такой. А. Он убежал? Да, да. Бля, реально, что ли, пиздец. Я прям видел его, прям. Может, ну, он вот нужен возле... в другом месте? Может, где-то на другом столе? В синюю комнату. Вот попробуйте до выхода и в другую комнату зайти. Блядь, он тут ходит, он идет. Крис, он идет. Крис? А, ты у меня? Да. И ты кто со мной, Рус? Это Рус, да. Я, да. А. Ой, так приятно, что меня вспоминают. Да посмотрите на других столах, может быть. Людки, вы слышите? Я да, у двери. Да, да. Какой двери? Ну, в смысле, тут нету выход, тоже. Выхода, выхода. Сейчас я посмотрю на столах, где я был. Здесь нет. Вот что там же? Стол, я хочу к тому столу пробраться. Бля, очень странно. Я реально, я его прям, типа, в глаза прям видел. Ну, может быть, ой, это... Пиздец. Ну, ладно, не знаю. Может, и бутылка случайно я... так лежала? Ну, не, а ну, если, типа, если она золотистая была прям. Тогда эта картинка? Не, может, он лопнул, шарик. Типа, и упал на стол, ну, типа... Рус, ты где? С какой стороны? Я вот оттуда убежал, вон я, да. Здесь никого. А куда идти-то, блядь? А вон выход. Так там выход, понятно. Ключ-то где искать, блядь? Так, на... А вы посмотрите, может, у себя в инвентаре, может, он уже лежит в инвентаре? Не, у меня нету. У меня даже нет. Блин. Рус, он идет. Да он кайфует там. Опа. Что, уходим? Куда? Ну, в другую, типа, блядь, комнату, другую где поменьше рост. А, ну пойдем, да, такой, куда? Ко мне иди. Я здесь. Идем. А, типа, можно так просто выйти, ты имеешь в виду? Попробовать? Думаю, да. Ну да. Вот, попробуем в другую. Ну, там, наверное, будет, типа, а, другое вот задание, мне кажется. Вот она закрыта, да. Короче, да. Чё? Пойдемте. Ну, давайте следующую тогда. Пойдемте даже давай. Вот. Может, вот самый маленький будет. Рост? Давайте в розовую, да. Давай сам... В розовую? То да, самый маленький рост, да. Ну, давайте самый маленький. То есть нам надо, чтобы они были просто блядь, маленькими. Блядь, я застрял. А. И... Зайдите все. Мы тогда у них лопнем шарики, я думаю. Может, это 4 задания и... Нет? Мне кажется, 4 разных задания будет. Да. Но сейчас посмотрим. Ну, попробуем. Чё? Так, вот тут есть бумажка какая-то, нет? Не висит ничего? Нет, я не нет, могу нет, лопнуть, здесь, кстати. Здесь... А, ну, походу, значит, везде надо шарики лопнуть просто. Нет, а, не нет, лопнуть. Тут нельзя лопать. Да, тут что-то я другое, походу. Я не вижу. Блять! Почему а не нет. Лопается? А у меня не лопается. Может здесь потому, что нет, для маленьких, типа, здесь монстров нет? Да, вон, тут двери какие-то. Ребят, тут двери. Да, тут двери с паролем. Кассета! Кассета а какая-то. Вот, а!
Что это за хуйня? Лопайте, лопайте! Зачем? Не знаю. Это за звук? Надувание. А, ключ в зеленом, ключ. А, зеленый, лопайте, зеленый, зеленый. А, зеленый, давай. Вон зеленый у кого-то. Желтый. Синий. Синий, синий. Зеленый. Стоп, подождите, остановитесь, остановитесь. Давайте. Зеленый. Зеленый, желтый. Желтый. Зеленый и желтый, давай. Зеленый. Зеленый. Желтый. А, стоп, про зеленый. Стоп, зеленый, да, я буду говорить, давайте. Желтый. Я не лопал. Зеленый. Подожди, стоп, подождите, зеленый. Подожди, подожди. Зеленый. Зеленый. А, по очереди? Все желтый. Понял. А, подожди, не лопай. Ага. Подожди, зеленый. Стой. Зеленый. Зеленый. Лопнул. Зеленый. Желтый. 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 Зеленый. Так а чё вы не лопаете? Зеленый? Блять, зеленый, потому по очереди желтый, надо, зеленый, не все шарики. Разные, вот так вот. Да, по очереди, там вы высвечивается поняли? Зеленый, значит, зеленый, только давай, один зеленый. Зеленый. Сейчас, зеленый, зеленый, желтый. Зеленый, желтый. Желтый. Сейчас, зеленый. Зеленый. Бля, кто-то один делает, нет? Так я делаю желтый. Кто зеленый делает? Я молчу вообще. Ну, что стали зеленого? А он перестал. Так какого зеленого? Ты можешь. Потому что еще не лопнули зеленый. Вот, смотри, почему один по очереди же можно? Сейчас зеленый и желтый опять. Зеленый. Ну можете лопнуть зеленый, желтый, все. В порядке. Встаньте у зеленого кто-нибудь! Да, подожди, ты говоришь зеленый? Я лопаю зеленый, потом тебе говоришь желтый, ты зачем ты сразу желтый лопаешь? Я так не нажимаю, да, ты говоришь надо, зеленый после полугода. Появится, ты мне говоришь через 10 секунд. Ебать его срань, нахуй. Зеленый, смотри. Я поняла, зеленый, потом желтый. Потом говорю зеленый, желтый. Ну, зеленый, желтый. Когда показывается на экране условно. То есть я называю. Смотри, подожди, смотри, смотри, зеленый, вот сейчас не трогай, смотри. Зеленый, ой, блядь. Сейчас случайно нажал. Зеленый, нажимаю, потом желтый, я нажимаю. Блядь, я рню нахуй. Зеленый, желтый, я нажимаю на желтый. Ты нажимаешь на зеленый. Зеленый, нажимай. Можешь еще позже нажать? Вот. Зеленый. Сейчас будет опять. Зеленый, нажимай. Нажала. Зеленый, желтый, нажми. Да похуй вы, на эту хуйню, бля, подождите, у меня вообще есть кассета, у меня есть кассета, кстати. Дай, уже сделаю, нету. Сделаю. А уже нет. Подожди, а почему это подъезд такой сделаю. Типичный тихо, российский тихо, подъезд? Дайте, я сделаю. А вот написано, а тебя не случается, что ковер тоже российский? Смотрите, зеленый. А, да не, не только российский. Сейчас дальше будет, смотри. Зеленый, желтый, синий. Вот! Ну окей, давай, зеленый. Слушать не хотел. Зеленый, желтый, синий, давай, дальше. Дальше. Зеленый, желтый, синий, красный. Красный. Так, сейчас скажу, где зеленый. Вот красный. Это желтый. Вот, вот, вот. Зеленый, желтый, синий, красный. Дальше. Зеленый, желтый, синий, красный, фиолетовый. Да, зеленый. Да, супер. Вот розовый. Тут зеленый. Желтый, синий, красный. А ты как? С горки. Спасибо. Ура! Порала на меня, теперь с горки хочешь скатиться? Ключ! Ключ! Ну не берется у меня. Блять. У меня тоже не берется ключ. А, нет, берется. Взяли? Да. Че новенького? Ебать, вы, конечно, тут. А мы куда? Выходим? Обратно? Ну, походу, 4 ключа надо собрать. А мы там не собрали, и дверь закрылась, что делать? Ну, она сейчас откроется, я думаю. Думаешь? Мне не кажется. Помню. Ну, либо там вообще пусто, типа. Вы идете? Просто нас туда загнали. Пиздец. А черный экран. У меня. Да я бегу, я бегу. Сейчас я выйду. Прическа Жасмин, да. Моя моя. Зеленый. Зеленый, желтый, блядь! Она просто не понимала, что я имею в виду. Так нам синий. Никто не понимал, что ты имеешь в виду, не только я. Идем, идем. Ты же понимаешь, что зеленый, потом зеленый, желтый. Ира, ты же поняла, что я говорю? Да. Куда идем? Вот сюда, в синенькую. До свидания, нахуй. Понимаете, в синюю? Кто там? Давай, игра. В синюю, да? Кто остался? Не знаю, я... Людки! Да. Я играю, я вот ключ, синюю. Блядь. В синюю, в синюю. Крис. Чего?
А куда желтый? Я тебе показываю вот эмблемку. Я ключи вставляю. Меня эта музыка нервирует, у вас нет да, такого? Она меня еще она больше, пала. Типа, ну, у меня, типа... Уже, у меня уже психодел, блядь. Да. Упал куда-то. Она сводит с ума. Музыка с ума сводит, мы орать сажали друг друга. Я нашла, вот в зоне есть ключ и желтый. Может, она так и влияет? Так, может, пойдем синий соберем? Походу, ну все, у нас два ключа есть. Ну, типа, да, из того этого, из той комнаты собрали мы тоже ключ. Один. А, собирали как-то. Да. Засчитали. Вот, и забрали, чё? Да. А, ну, тогда засчитаем. Пойдём, короче, в синюю. Да-да, пойдем. Да что я не могу? Кто это? А. Да ёбаный, проходите. Такая прошла. Это ты? Ну, понятно, что потом все эти ключи положим. Получим, положим, блядь. Блин, это реально музыка очень нервная. Она реально пиздец, у меня прям просто с ума схожу. Ой. Господи, это не останавливается. Ой, у меня какой-то этот... Айворк. Чё это делать? Ебать, ой. Ты бросила. Спасибо. Что спасибо это? Очень. Очень благодарна тебе. Зачем? Она меня ёбнула нахуй. Я тебя ёбну потом. Я случайно потом. Не хотела. Я ну просто ничего кинула. Страшного, я... А, нельзя... Кинь ей под ноги. Кинь ей под ноги. Я случайно. Спасибо. А, смотрите. Хорошего аппетита. Ага, короче, надо какой-то глаз, походу, кинуть, если что. Какой глаз? Эти штуки контролируют весь уровень. Вот. Так у нас нет уже кидалок этих. Ооо! Блядь! Я кину вас потом, нахуй. Я просто вас обоих потом кину, блядь. А, вон, смотрите, что на потолке? Подожди, вот там зелененькое. Я же показывал! Я даже не слышала, что ты говорил. А что туда кинуть? Вот это ракурс. И что, сюда кинуть надо? Да. Ебать, ракурс охуенный! Я не могу, нахуй, это пиздец. А как ты сдохла-то? Я кинула в этот глаз, и меня подорвало. Там, наверное, надо подождать и потом кинуть, чтобы оно по таймингу закинулось. Так оно само кидается же. А все, вот подожди, он закрыл, да. Мне его жалко, а, бедный. Закрыл. Возьми еще петарды эти, да. Бедный глаз. Батут, блин, а я хотела на батуте попрыгать. А вот. Да, выглядят они очень мягко. Очень ново. Да-да-да. Ой, во, блядь! Ебать. Это карма прилетела. Я никого не убил, я кричал на ситуацию, блядь. Так ты кинул же этот. А куда она? Это Ань, что? Сука, дай! Отдай нахуй! Блядь, ты чё, охуела? Сделали. Кто умер? Я, блядь. А. Кто убил нахуй? Кто надо убил? Быстрее тогда кидать. Ира, случайно. Ир, я тебя тоже уничтожу. Я не случайно, я кинула ровно это, не я... Вас сожрут, да. Вас сожрут всех. Вас всех сожрут. Давай. Беги, беги. Вот так вам и надо. Вот так вам всем и надо, нахуй. Надо это делать, походу. А что вообще надо-то? А, надо классно идти, да? А подожди, кто умер? Рус. А, Рус остался один. А, мне не показывается. Фух, а это музыка столы, пиздец. Блядь, где вообще были? Это музыка ёбнутая. Я не могу, просто она ебанутая. Истерика. Мне кажется, в него петарда не поможет кинуть. Да, Рус, куда ты кинул? А он правильно кидал там глаз? Нету, оно, блядь, отстрянуло в другую сторону вообще. На столах лежит петарда. Да, петарда лежат на столе, у тебя под которым только что вот лежали. О, как хорошо, когда тишина, господи. Бери все. Сзади еще одна. Я ору. Да ладно, уже так сможет. Блять, как? А тут не пролезешь. Мне не показывает. Вот беги сразу, как они забегают. Ты попробуй отсюда в глаз кинуть. Кидай в глаз. Вот отсюда, да. Нет, не долетает. Надо ближе. Не долетает, да. Да тут тайминг, когда они выскакивают. Во, да. Отлично. Убегай. Прячься. Да, давай, прячься. И в следующую дверь, да, походу, вот прямо? Ну, да, по прямой.
Прикиньте, тут два глаза. Да, да. Вон петарда еще есть, да, на столе. Ладно, я думаю, они есть тут. Да, есть. Ну, мало ли, все равно. Рус, прячься. А что сейчас за хуйня будет? Сейчас тоже глаза надо искать. Не, имею в виду монстра. Они эти же разве? Держу. А как чат вырубить нахуй? Enter нажимаешь, и он тебя уводится. Плюс чат. Сука. Нет! Глаз видите где-нибудь? А ты можешь нет забраться по этим штучкам? У меня типа сколько-то времени, да, пока они не выбежали? Да, пока да, да. Вон глаз на двери глаз. Да, я вижу. Нет, Руса, там нет, не зависит от этого же. Да, зависит. От глаза же зависит. Ну, в тот раз от глаза, да, но видишь, вот он может спокойно бежать. Не долетело, ближе. Поближе, ближе. Еще. Рус, да, ближе. Все. Да. Сейчас они выбегут. После того, как в глаз стреляешь, они уже же не... А, выбегают. Странная хуйня, ладно. Я вообще даже не знаю, что там происходит, потому что мне остановилось на Анж. Я уже, мне кажется, преисполнилась от этой музыки. Ну еще, значит, есть здесь. Наверное. Наверное, да, значит. А там вон дверь какая-то есть, попробуй туда зайти. Видишь там, где ты был? Yes. Вот это? Бля, ничего не видел. Как он орёт там в этой песне. Да-да-да-да-да. Я не могу. Нет, ну типа у каждого персонаж. Вот, просто сейчас всех убили почти. Мне кажется, это моя песня на самом деле. Я такую могу спеть. А кто там пишет? А как чат промотать? А мне не проматывается тоже. Да. Блядь, я там такое написала. А что там ты написал? Еще девушку 20 лет для секса. Осуждаю. Блядь, зачем мне с ним мотаются-то? А, вот видишь, это все вот судьба. Это все ты! А, ты куда-то прошел, блядь. Да. Блин, охуенно. Не выкупит еще раз. Нифига, они прям оттуда вбегают. Да, да. Пиздец, там, вот по вашему описанию, да, там какой-то супер-хард уровень. Это так и есть? Блять. Или просто где? Он заебанный? Который, сейчас забежит Рус? Ну вот в целом, где он сейчас там бегает, реально? Там супер хард. Ой, бля. Да ёб твою мать, сколько их здесь? Мне кажется, бля, это прикиньте, последний. Это все заново придется проходить, ой, блядь. Ой, не дай бог. Да вот отсюда выбегут. КС, потому что скучно играть. Нихуя не вижу. Ой, им нихуя не бегут, конечно. Ой, там еще одни, кажется. Нет, нет, нет. А вот а тут куда? Вот прям над ними было. Куда ты кинул? Ой, пиздец. Вон на батут прыгай и наверх поднимайся. На батут, вот батут. Получилось? Да. Угу. Да, они выбегут. Сколько у меня динамитов? 3. Фейерверк вообще-то. А выглядит реально как динамит. Прыгай на батут. Кто-то чукнул? Блядь! Бля-б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 ля-
Ебать, у меня паника только что случилась. Да. Резко. Аж дверь а чуть не ёбнулась. Следующая? Я там, там, там оно. Сейчас они выбегут. Блять, музыка пиздец, сука. Пиздец, она реально ёбнута. Во, ключ. Ключ на столе. Прячься. То есть, подождите, еще обратно надо бежать? Ну, походу, обратно, блядь, еще надо.
Ну да. Охуеть! Да, реально. Удачи, воин. Давайте, выбегайте. Анча, у тебя отображается, да? И Рус. Что, они не будут? Да. Ага, да, сейчас я тогда просто стриму свой включу. Сейчас опять нахуй будет страшно. А, нет, все норм. Что, нет они? Нет их? Походу, нет. Все, я ключ забрал, не будет? Это песня будет сниться. Да, это пиздец. Это еще крик такой надрывной. Да, да, да. Матч! Да-да-да, матч! Или что он там поет? У вас крик какой-то? У меня просто какая-то детская музыка. Нет, у меня просто детская музыка, да? Ты прислушаешься к ней, и там в какой-то момент он начинает прям орать. Бля, я не могу. Сука. О, наконец-то. Ой, блядь. Да, это был пиздец. Красная? Какой мы были? Голубой, синий, вот розовый давайте. Красная только открыта. А. Красную? Угу. Надо напиточки взять. Да уже похуй. Да, уже реально как будто все равно. Если похуй, зрителям не похуй. А что, нас трое? А вот. Четверо. Да-да-да. Она вообще прекратится. Куда? Хоть в каком-нибудь левеле. И вот именно. Понятно. Псец. Бля, вот эти загрузка хотя бы её. О, тусовочка, диско. Так, что о, боулинг. Здесь? Красиво. Вау. Здесь нужно... Imagine the color of any simple upstairs with a glow stick. Ребят, не бегите пока что, идите сюда, вы же задание, бля, даже не знаете. Ну, это я и жду. Ладно, давайте. Что надо делать-то, блядь? Ну вот, а я прошу, вы можете нажать на светящую палочку на полу, чтобы осветить местность. Подберите правильный цвет. Подберите что? Подберите правильный цвет и символ наверху. Вот тут он орёт. С помощью светящейся палочки. Что это? Возьмите орёт. С собой запасные, без них ничего не видно. Подберите правильный цвет. Еще символ раз. Наверху с помощью светящей. Так, подберите правильный цвет, запасные. Что-то там палочек. Ничего не видно. Короче, берем много светящихся палочек. Вот палочка, я не могу только взять её почему-то. Вот, возьми на полу, смотри. Это не палочки. Палочка, glow stick написано. А что не берется? Может, залагала? У меня нет ее. Значит, кто-то из вас уже ее взял, если так. Я боюсь идти на второй этаж одна. Ебать, что это? Что было? Мне надо на втором этаже, а девочки на первом. Ай! Бля, что это было? Зачем? А кто кидает? Да Рус! Наверное. Знаете, палочки возьмите и пробегитесь по залу, давайте. Там все цвета. Давай. Так, у меня зеленая, я что взяла, и красную взяла. Блять, а мы с тобой вдвоем положили. А мы, где вообще вы находите палочки? На втором по этаже? Залу, по залу, здесь пробеги. Не на втором этаже, на первом. А. Вот это... красные. Оставьте мне одну. Задании... Вот, на, возьми. Где? Там написано в задании match the upstairs, что-то такое там. Где? Где а, кто? Наверное, на лестнице надо подниматься и брать нужную палочку. А, походу, ща. А вот, я вижу, да, желтый. Вот желтый, да. Это ты устала сейчас? А розовый да. Где? А розовый вы находили или нет? Вон там синие еще какие-то есть. А. Ой, блядь, ребята, пиздец, чё? До свидания, нахуй. Я на второй этаж не иду, если хотите, идите гуляйте. А там, есть блядь. Розовые? Возьми синие. Я взяла, да. Ребят, нам на втором этаже нужно поставить эти палочки. Еще розовые? Ага. Соответствующие. А где розовые? Я не знаю, есть они вообще? Подожди, у меня красный есть, но не розовая. У меня ну красная и зеленая. Значит, идите на второй этаж, да, идите. А что там? Так надо было что все? Там? Что там, ничего нет, идите. Не знаю. Вы слышали это? Нет. Так а куда надо, чё? А что делать-то в итоге надо? Туда. А что делать в итоге надо-то, блядь? Ебать, тут нихуя не видно, охренеть! Поэтому нужно взять палочку с собой. Я взяла. Ну подожди, а как цвет? Ой, это что за хуйня? Наверху с помощью светящихся палочек. Ага. А, цвет здесь синий. Окей, допустим, сейчас беру синий в руки. Я взяла вот синий, что вот, дальше? Синий взяла и что, да. Видимо, а зачем? Нужно. Под столом, подожди, может, надо вот так? Не, под столом это чтобы прятаться от кое-чего, который здесь находится. Охуенно. Окей, оставить здесь, да, надо просто на полу?
Ну вот, да? Оставляю все. Одну хорошо. Хватит или сколько надо оставить? Почему синие они все? Не все синие. А все так оставить? Синие. Оставить здесь? Значит, а, тут... может быть, в... Ебать, это что такое? Как понять, что нам надо? А, вот, видимо, здесь красную нужно. Здесь красную? Прям вот здесь. Я здесь. А ты где? Я в комнате, где здесь красная линия такая. Ну, это вот здесь, понимаю. Здесь двери синие, вот. Вот так, все? Или, может быть, синюю здесь оставить? Я вот синюю оставила, смотрите. Ладно, давайте хорошо, давайте так сделаем. Как будто вот это правильное. Да. По ощущениям. А почему здесь красная-то? Может, надо к надписям вот так класть просто? Вот так. Тут, например, зеленые, сюда две зеленые, значит, положить. Надо по бокам тут еще. Ой, комната, блядь. Тут нет надписей. Подождите, а может надо... Сейчас. Блядь, а как тогда? О, слышите? То, что синюю кто-то положил, она отображается. Да, синюю вот в угол, в дверь это положила. Вот, смотрите. Синяя дверь, синяя это огонек. Значит, еще будут двери. Дверь? Где, какой? Вот, вот иди синий. Сюда, подойди, Ир. Смотрите, возле двери там есть 4 хуйни, которые нужно заполнить. И четвертая синяя, она заполнилась, потому что кто-то в какой-то комнате кинул, видимо, палочку. Ир! Не понимаю. Ну посмотрите, да? Сюда вот. Где? Вот здесь. Вот здесь синяя дверь, она синего цвета. Я сюда положила палочку. Да-да-да, смотрите. Видите там радуга? Я сейчас вам скажу, какие символы нужно искать. Ну. Вам нужно искать такие комнаты с символом. Символы надо. Подарка, глаза желтого и шариков зеленых. Желтый глаз, подарка. Красный подарок. И ага. Зеленые шарики. Угу. Окей, чё, ой, значит, отсюда забираем? А отсюда подарок, забираем? Какой цвет подарок? Подарок красный. Так, отлично. Оставила? Засветилось? Да. Да, засветилось. Отлично. Там дальше, если что, монстр, осторожно. Где? Да, вот он куда там, мы... да, ходит. По коридору. А что, ничего, подарок? Скажи еще что. Блять! Желтый глаз и зеленые огни. У меня зеленый есть. У меня тоже все есть. Вон справа монстр. Вот, глаз, у кого желтый есть? Глаз, у меня выкидываю. У меня всё, зеленый есть. Зеленый остались есть. Зеленые шарики. Они, видимо, здесь где-то. У него. Тихо, ребят. Он спиной стоит, ничего страшного. Да. Это зеленый шарик? Это не то. Подожди, это зеленый шарик, вот. Нарисован должен быть. Это желтый шарик. Или это нет, зеленый. Подожди. Рисунок трех шариков должен быть. А, рисунок? Я понимаю. А, да, рисунок, да. Так, здесь нет. Какая-то, блядь, пентаграмма. Бля, какая же песня, просто пиздец. Да, это пиздос. Что там дальше? Вы прошли, посмотрели, есть что-то? Я не нашла. Не... Блядь, у меня рассудок. Есть похавать, попить что-то у кого-то? У меня есть все же, да. Где вы? Я возле входа. Я рядом с тобой. Я возле вот входа. Вот я, вот, стой, назад иди. Это не я возле входа. Блядь, я прям рядом с ним, нахуй. Ребят, попить срочно. Ты где? Я возле входа. Подожди, какие значки есть? Какой надо цвет кинуть? Зеленый. Да я не знаю, где выход. Меня. Я кинула, блядь. Загорелась? Ходим. Вон подарок там. Вот, сюда выход. Вот, попить есть. А, кому все. Дать попить? Дайте. На. О, ура. Я выжил. Да. Никто нихуя, я не поняла. Ну, чё? Нашли? Всё, ключ. Да, берите. Приветик. Всё, берите, возвращаемся. Всё, отлично. Фу, блин, капец, стрёмно было. Он прям ужасно. Это ужасный уровень. Да, он смотрел на шарики? Типа, да, надо было прям, кому-то загреть? Да. Блядь, ну, когда эта музыка закончится? Понял. Может, он залагал, я не знаю. О, боже мой. Чё? Всё. Плей. Мне же, знаете, внутри прям все понимается, эта песня. Я не могу, это пиздец. Это прям реальное испытание. Да. На психику. На психику, да. Все, пробегаем? Куда? Вот, открылась. А, да, бежим. Да, пойдемте. Прикольный уровень. А что, ключи нам не надо брать? Ну, они там где-то валяются. Ладно. Фух, пожалуйста. Блин, а мне растяжку дали. Сейчас я проиграю, и я... Что-то начинается. Красную не бери! Да. Что-то будет пиздец, да?
сколько у меня там... Погоди, это не то. Такой огромный батончик. Так, подождите, а что нам делать надо? Не знаю. Не знаю. Сейчас короче, проиграть следи... сделаю. Они знают, как отсюда это... выбраться. Следите за ними. Следуйте за а ними. Вот какие-то гуси. О, они вот челик, гуси. Вот челик. Вот челик, а подожди. Вот, наверное, они знают, как выйти. А ебать, прикольно. Батя, тихо, просто... пригнитесь. Подождите меня, блядь. Там импо... этот был хуй справа. Он идет? Бежим. Делайте я то, что он делает. За ним, да. Тихо идем. Садимся, садимся! Я! Я жду тебя. А, вот, да, стоят. Пойдем, пойдем, вставай, что ты. Сидите! То, что он делает, то и. Блять! Да какого хуя! Меня убили нахуй! Ненавижу эту игру, блядь. Ладно, пока растяжку поделаем. Невидимка. Ой, бать, он ёбнутый. Блядь! А вы не идёте за чумом? Да, блядь, я вообще в конце самом была. Я с тобой был. Смоки! Вам слышно других? Хуйней страдает Смоки. У меня. Ребят, вам слышно других у меня или только у меня? Иногда слышно. Хотите, давайте, да, да. Давайте я по нажатию сделаю. Да не, оно не... Да не, ну, не так, сильно, да, вообще, это вообще да, очень редко. Просто прям слегка на фоне. Все. Еще новое, кстати, задание вот такое. Колешки называется. Бачку, блин, дышу, честное слово. Кому? Да вот этому челу. А ты не следишь за мной? А мне не следится, я на этом, она застряла на ком-то. Реально. А ты перещелкивала? Да, он не перещелкивается. А, блин. Да. Чё там? Чё там говоришь? Ну, у меня только что просто с жопы, блядь, руса был ракурс. Сейчас, я, подожди, включу. Ну, надо за ним ходить по здесь. Малыш, это Ира, а не я. Всё, пока. А, это Ира? Это я. Не, за ним, за челом ходить. О, загрузка. Ну. Да все, мы прошли. Да блин, только включила. Сука. Ой, ты так много всего. Ой-ой-ой-ой. А чё, у меня инвентарь, блядь, не полный. А чё, не могу взять ничего? Ой, PlayStation. Я ничего взять не могу. Ну что, уже взяли. Алло. Нет, я не взяла. Я не взяла, вы у меня на месте стоите почему-то. Алло. А я хожу. А я? Можно уровень перезапустить? А чё? Ну у меня типа ничего тут нет, я ничего взять не могу, у меня все стоит, я на месте. У меня все лагает. Всё? Это... Анж, ты тут? Я здесь, но просто вы у меня не ходите. Я могу ходить, но я одна. А, у тебя значит, подлагнуло. Перезаходи, если можно переподключиться сюда. А, всё. Вот. А где Рус? А где Рус? Тут камеры, девочки. А Руса нет. Фотографироваться. Слышишь? Вот я, вот. Не берется, не а, вот, да-да-да-да. А у меня два фонарика уже. Фотографироваться? Я вас фоткала. Господи, да. Даже здесь надо фотографироваться, блядь. Так, а что написано? Нам нужно больше доказательств, чтобы изучить их. Короче, надо много чего фоткать. Я буду вас всех сейчас фоткать. Походу. Слышите, фотки на телек выводятся. О, у меня рассудок падает, не надо. От фоток? Что, идёт кто-то? Не знаю, так мной. Просто, наверное. Идем. Погнали, и чё? Подождите, а у вас нарисована какая-то фотка на фотике? Да. Прикреплена? Прыгай! Я У меня фотка, да, у меня два столба оранжевых. У вас? Водичка. Ну вот эти оранжевые, которые на дорогу ставят, да? Угу. Who is here? А, ой. Здесь ой, блядь! Фоткать. Чё? Куда? А. Эй, вы куда? Чё вы там остались? Крис. А куда нас? Блядь, смотри, Крис. Чего? Куда мы, блядь, мы застряли? Мы Крис, с тобой? Подвинься! Может, рычаг дёрнуть, подняться, наверное. Охуенно, мы в какой-то пизде, блядь. Эй, а куда, блядь, ты меня? Я здесь! Блядь! Быстрее прыгай, нахуй! Где ты? А, меня сейчас убьют! Анжела, давай, блядь!
это локация. Я ее нашла. Я ну конечно, когда все толпятся, блядь. А, ее сфоткать надо, да? Да, да, надо фоткать то, что показано на фотике. Так, подождите-ка. Что толпятся? Мы же вдвоем были на этаже. А, так нам надо вниз, кстати. А ты вдвоем... жива, а я сдохла. Мы вдвоем с Крисом. Охуенно меня, блядь, как обычно. Я тебя ничего не как обычно. Я спускалась и тебе говорю, иди сюда, ты стоишь на месте, Люда. Ты мне ничего не говорила? Я тебе говорила, Людмила. Сейчас надо спрыгнуть на синем вот здесь. Искать место. Пойдем, пойдем. Здесь надо машину найти. Да. Ёперный макарёк. Фух. Тут прятаться можно? Пиздец, мы из-за этой игры посрёмся ещё нахуй со всеми. Здесь кто-то ходит, наверное. Здесь прятаться надо? Блядь, да. За что? Машина. Не, ну они новые уровни, конечно, мощные сделали прям. Слышишь, ну, я говорю, можем ребутнуть, вообще. Типа, чтобы Анжела тоже выключилась. Давай, давай. Да похуй уже, блядь. Идите давай, дальше. Давай. Да не надо. Нет. Да может быть мы сейчас эти... Сука меня съел! Рус, а у тебя машин, у машина, да, на фотике? Да. Все отлично. Просто я-то умерла. Крис, а у тебя на фотике что? У меня два столба оранжевых. Значит, это... Да, она должна короче, у Руса надо, на втором этаже. Угу. А где? О, где вы были до этого? Вот, фоткай, фоткай, Рус. Где я вы... теперь монстра этого сфоткать надо, пиздец, бля, я вам что нахуй? Репортер, блядь. А надо теперь, чтоб, может быть, Крис загрела его, а ты сфоткал. Давай, давай, я готов. Так давай, вместе, пойдем, вон вот там, в той стороне, пойдем. Угу, да, пойдем. Потому что там, конечно, долго анимков фотографирование, типа... Да, я про это же. Это, наверное, только, чтоб, да, кого-то репануться. Ты сфоткал, надеюсь? Убегай, убегай, убегай. Ты сфоткал? Да. Ура. Да, а что дальше надо? Он ходит, не выходи, не выходи, не выходи! Не выходи! Он рядом. Пиздец, палка, блядь. Угу. Каракуля. Он еще здесь. Сейчас прямо и направо, чтобы... Он здесь стоит, он здесь если что. Еще, да, да. Пиздец. Я забываю, что мне на это на нажать. Идет. Да я вижу его, блядь. Ходит, блядь, туда-сюда, сука, палочник ебаный. Че, он справа еще? Он идет. Это Байкал, ну, пока не выходи, не выходи пока. Байкал. Прям, выходи, он еще выходи идет. Прямо. Могу прямо выходить? Направо. Да, да, да. Выходи. Прямо и направо, да, по-моему, сюда вот. Да, вот. Так, что мне сфоткать? Мне нужно сфоткать какие-то... Какие-то три ебала мне надо сфоткать. А там синенькие или другие? Синенькие. Три? Может, синенькие, три лица. Три, да. Три Стоунхенджа или чего, как это называется? Ё-моё. Где их найти, блядь, здесь? Отечественный ответ? Water? Так, надо запомнить, где шкафчики, чтобы в следующий раз. Байкал. Шкафчики... Видишь? Ты опять к выходу пришел. А, Фиджи, я не прочитала, это был какой-то иероглиф. О, могу сфоткать? Да-да-да, я так и не поняла. Это я, да? У меня там столько водички было. Точно это на этом уровне? Ну, оно синее. Типа темно-синее такое. А вон там что-то есть, нет? Справа. А, и там выход тоже, да? Да, пиздец. Просто по кругу ходишь. И я начал после этого пить это? Да, я тоже. Я примерно тоже где-то в 9 лет... Ой, в 9 лет, господи, в 9 классе увидела. Но это на самом деле какая-то она, ну, базовая. Мне больше Байкал нравится. Бля. Куда идти нахуй? Да, мне кажется, может не на этом уровне, там уровни это миллион. Да, там вниз-вниз еще можно. Нет, там наверх. Там же мы же наверх. А, нет, мы вниз, да, ехали? Друзья, мы вниз, да, вниз съехали, точно. Сиди в ахуе.
А у вас сейчас уже 23, да? Скажите, когда могу выходить. Да. У вас до скольки можно шуметь? До 11 также. Uh-huh. Все, можешь выходить, никого нет. Ну, как бы, ну ладно, там за стенками просто. Попробовать по другим поездить? Да. Попробуй. Вниз только. Еще раз, да. Вон там фиолетовое что-то есть. Здесь тоже. Фонарик включи, есть. Фонарик включи здесь. А, тут эти челики, которые с рожей. Да, отбиваться от них надо будет. Фонарик есть? Она необычная у нее. Короче, этот pH высокий был. Вот там есть фиолетовое что-то. Может быть, тут есть еще что-то синее и зеленое, блядь, еще какое-то. А вниз смотри. Слушайте, больше смотрите нельзя. Смотрите со всех сторон и подсказывайте, где они. Окей. Импостер! Импостер! Блядь! Блядь! Ебать! О, что за хуйня? Как он? Подожди. А где он? Он... Поднимайся. Упал? О, подожди. Блядь, груз! Пиздец. И просто ушел. Да, пошел легкой походочкой. Пиздец, сука. А что, мы все умерли, да? Да. Да. Мы вместе, может, будем ходить? Давайте. Людки. Только не так, чтобы мы застряли, блядь. Да, опять. Давайте вместе все на каждый уровень. У вас, короче, на фотоаппарате висит, что вам нужно сфоткать, поняли? Ну, я подождите, увидела, дайте. Да. А, мне да, нужно сфоткать три ебальника. А почему вам я? Тоже? Мне тоже три ебальника. А почему у меня фотик не берется в руки, блядь? Так ты в инвентаре его поставил? Да вот Рус, он, да. Рус, муж Анж. Рус это который этот муж Анж. А что фотик, блядь? Нажми где? И. У тебя он в руках есть и в кармане? Да, в руках он у меня. Возьми еще один просто. Возьми еще один просто. Выкинь его нахуй. Че? Привет. Даже есть, да. Фотик вот три лица. Три лица, лица, но они да, синие. Вот эти нас синие, фотка, ты говорил. Нас фотка три ебала. Куда идем? Это ты говорил синие? Давайте определимся, на какой этаж. Рус, ты это говорил да, синее? Да, 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 но да, оно да, же да, не светит синим, это просто, наверное, ну, цвет просто, камней. Да, да, скорее всего. Просто скажите, когда стоп. Да, на в самый низ, короче, к вот этим ебланам. Я, наверное, фонарик возьму. Кто-то вдвоем возьмите фонарик. Я у мой брат. Хорошо, я возьму тоже фонарик. Этот, возьмите два фонарика, два фотоаппарата, короче. Мы будем отгонять ебанов, которые светят, ну, лица вот эти. А да. Там, наверное, шкафчики будут. Сейчас? Не-не, ниже. Да, я думаю, ниже, да. Еще ниже? Если мы были, ой, блядь. Если мы были, вот сюда. Синий цвет, говорит. Фонариком для пыльщиков? Чего? Не знаю. Там а мы, подожди, свет, мы заберемся потом? Стоп, вниз. Рус, ты куда убежал или кто убежал? Я здесь, вот я. А куда ты убежал-то? Я не убежал, вот я. Так, импостер, помните. Идет, блядь! Сука, ну сейчас меня сожрет, блядь. Блядь. А где? До свидания. Ой, один шарик там, если что, там есть шкафчики, где можно прятаться. Анжела одна осталась? Я... Ну тут импостер возле меня, я чуть-чуть понаверх поднялась. Сейчас спускаюсь. Блин, ну как он выпал? Как мне его запихать обратно? Ах ты одна осталась, они тебя съедят! А, блядь. О, всё. Она думала улыбаться, очень добрый. Это очень сложный левел, похоже. Слушай, меня бесит. Ладно, похуй. Я говорю, улыбается, значит, добрый. Да. Косится, как у этой. Чё тебя бесит? Это скорпионий нет, нога. Скажи, что там? Ничего, что ты убегаешь постоянно. Побежал сразу один, что-то. Здесь это когда стоишь в метре, осуждаю, а не когда ты убегаешь, все движения, которые делал. Ты понятно, куда. Когда толпятся, потом... Ладно. Давай, пойдемте. Кто это? Ну не надо же убегать за километр. Я с фотиком показываю это. Это кто? У меня опять фотик не работает, блядь. Понял, Крис. Благодарю. Ставилась, блядь. А чё, фотик тогда я в руки не беру, беру фонарик, да? Да, да. Давай, пусть они будут с фотиками, мы с фонариком. Кто опять во мне, блядь? Я стою с края. Он сразу подбегает, давайте мы, может быть, подождём, пока он... Я на всякий случай осуждаю все движения косичками. А это что за уровень? Не, а, был. А, был? Короче, не было. Там шкафчики на этаже есть.
Нет, в красном мы не были. 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 На самом начале же. Да, сам первый. Где три колонны? Ебать, пиздец, 100 тысяч баллов. Это дохуя. Ну мы же там ничего не фоткали. Или вы фоткали? Мы фоткали. Короче, вот смотрите. Эти как раз таки оранжевые были. Сейчас остановите его. А, все понятно. Остановите. Вот там, все. Короче, вот там шкафы есть. Вот в той стороне, куда я свечу. Пойдемте, светить на этих хуебанов. Проходите вперед. Кто стоит? Давай. Где шкафчики? Сзади. Ебать, темно нахуй. Блин, меня съели. Блядь, светите кто-нибудь. Не, надо всем светить. Мы так не пройдем. Да, так не пройдем. Будет очень сложно. Там свет горит, может, туда? Да, давай. Ебать, как их много. А вот, может, фиолетовая комната? Подожди, может, да, здесь? Да, идите на фиолетовую. Ну, может, оно подсказывает, типа, как-то. А Рус где? Я блядь! Что там? Убегайте. Кто-то за нами бежит. Да, уебан, шкафчики на мне прям, видите фонарик? Шкафчики на мне. Вот, сняли. Блядь, меня убили. Кого там? Я не знаю, где шкафчики, блядь. Да, я тоже. Я так не поняла. Блядь. Может, там еще не живет? До свидания, блядь. Ай, не могу подняться! Ну все, пизда мне. Блядь, пизда мне! Крис, ты уже схавали, походу. Меня? Мне кажется, нет, я успела спрятаться. А, да, ты прячешься. Да, прячешься. Спасибо. Чё в итоге-то? Я не вижу, куда прятаться. Алиш просто бегает. Так, а этот, за тобой пока никто не охотится, малыш. Чё ты бегаешь? О, камни! Ты что-то видел, да-да-да. Фоткай их. Блядь, я не успею сейчас! Все успеешь. Справа, давай справа, я его приманю справа, пока. Справа, ебать! Успела? Ладно, перед смертью успела. Успела, похуй. А, чё дальше? Что дальше? Давай дальше. Крис, твоя задача выбежать и добежать до подъемника. Да, тебе, короче, на подъемник, но ты сейчас запрыгнуть, походу, на него не сможешь, тебе нужно его спустить. Как его да, спустить? А как она его спустит, у меня вопрос. Бля, как много здесь хуй. А вдруг хуй? Блядь. Хуяно. Это пиздец. А, не, сука, ну, давайте посмотрим на фото, когда... Сфоткала, надеюсь... Сфоткала? Где это должно? Я не могу взять фонарик. Блять, нет, теперь это вот уебан. Блять! Ну, все, а, этого врага... А, ну да. Ну, этого фоткать это пиздец, короче, конечно. А агрить его я сфоткаю, да тогда, просто, наверное. Просто, да, сагрить и сфоткать. Пойдем. У меня, я фотик не могу тоже взять по какой-то причине. Я жду. Я у меня он взялся. Надо взялся? Найти такое, чтобы взять его. Подожди тогда. Не, он просто берется, но он почему-то в руки именно не берется. Так, не, надо нажать. Нет, у меня а вообще не нажимать. Так вот, да, я его перемещаю на руки, но у меня в руках все равно фонарь, типа. Ну, сейчас у меня камера уже нормально. Mm. Просто иногда лагает очень. Понял. Смотрите, у меня совет. Сейчас как спустимся, батончик хавайте. Не знаю, у меня все это есть. У меня нет батончика. На, батончик держи. В смысле, ну, короче, я чуть не поняла, что ты написал. Он упал. Как мы... А, нет, он у меня. Я уже охуел. Как мы на черную, короче, спускаемся, сразу батончик хавай. Вот так. Все не так просто. Окей. Было бы все так просто. Короче, на кого загриться, говорите, я сразу побегу с фотиком. Я фотограф. Ну, главное не разбегаться сейчас, да. Не разбегаться. Если это самое, если загриться... Я остановлю, ребят, сам. Чтоб мы, блядь... Вы куда, ёптаем? Так, ну, еще ниже. Сейчас. Или здесь. Подождите, я батончик ем. Всё, выходите. Куда идти? Его сагрить надо? Да. Блять, ничего не прыгает. Куда идти тогда? Давайте здесь подождем. На кого он сагрится? Так он отсюда придет, да, наверное? Подождем. У лифта ждать? Вы чё? А чё? Ну да, а чё? У нас сейчас побежит и схавает нас. И что, мы сфоткаемся и давайте отойдем подальше чуть-чуть. А чё, он же... Давайте искать, давайте вместе ходить тогда, идём. Давай куда? Вместе, да. Пойдём. Я свечу на них. Так, а у кого фотик? У меня в руках. Тоже. Ну, я тоже свечу. Я сразу его достану, если что. Окей. Вот шкафчики, блядь. Блядь, вы что-то все разошлись как-то, подождите. Нет, мы все здесь. Сзади осторожно, ребят, видите? Вокруг смотрите на эти хуйни улыбающиеся. А почему, когда не надо, его... Да, его нет.
Когда надо, его нет, а когда надо... Ну, какой-то звук, как будто бы. Он боится, он не фоткается. А, подожди, может быть, ты его сейчас что-нибудь сфоткаешь? Ребят, сзади, блядь, надо любить себя. Где его? Я спереди свечу. Да-да-да. Я свечу сзади, короче. Рус, вон он, Рус, ходит, давай, бежим. Ой, блядь, меня съели. Где? Охуенно посветили рядом с... Блядь, посветите. Блядь! Где эта мразь? Ты где? Я с тобой рядом. Так, кто будет фоткать? Бля, он меня убил. Он меня убила моська эта. Бля, ёбаный рот нахуй. Чё на мне вся ответственность, блядь? Тебе 4 моськи. Ага! 2, 3, 4. Ну как это сейчас сделать? Люсинда! Ебать, это неждан был. Я не успела. А нам самое главное это моськи убирать. Да, это так. Ой, я девушка-загадка. Короче. Давайте тогда вы с фотиком, а мы с Русом, с этими фонариками. Кто с фотиком? Я лучше с фонариком, я боюсь фотик. Кто? Говорите, давай что... Давай я фотик. Сможете, да. Все, давайте я фонарик. Давай я фотик. Ты кто? Так, у нас просто проблема, показали? Что мы моськи не следим особо. Ну, давайте один спереди, другой сзади и по бокам тоже светит. Я карточки показали. Ну, спереди по бокам тоже. Так, и что в итоге... Знаете, я устал. Повторите план еще раз. Так, вы светите с фонариками, кто-то спереди по бокам, а кто-то сзади по бокам светит. Ага, ладно. Окей. Кто... Я сзади, давайте. Я еще вот так во всю сторону буду. Вот так нормально? Да. Ты с камеры иди. В смысле? А, мне пишут, это у нас миссия, насладитесь по полной. Ой, блин. А уже? Не, ребят. Оставь, все, ты куда? Вот, сейчас. Все, идите. Давайте, мы по центру идем, а вы сзади нас прикрываете. Короче, спереди. Блять, да как выйти? Я спереди иду. Ну, кто с фонариками, пойдем. Спереди, и кто-то сзади еще идет. Я сзади. Я спереди, давайте, я вас охраняю. Блять, ну идем, куда идем? Куда идти с пяточком? То есть ты веди тогда просто. Ты веди, и мы за тобой просто, будем идти просто, да. Хорошо. Да. Вы за мной идете? Крис, ты иди, мы сзади. Хорошо. Блять, кто крутится? Я кручу. Рус, ты меня прям этот... Пиздишь. Так, смотрим, где он. Сзади, там, мне кажется. А все тут замолчали. Да как? Кто это второй идет с фонариком? Сосредоточенность... Рус, это ты? Нет. Level. Как это? Я иду, вот. Я впереди иду. Ты с фотиком. А. Ну где он? Ага, куда из-под угла, блядь, вышел? Впереди, кстати, вообще нет этих челиков. А я вот кручусь, они. Я кручусь, смотрю, ищу. Я тоже кручусь. Бля, где он? Вот они. Ни хрена себе их тут. Сзади. Сбоку. Сзади есть. Да, и сбоку. Сбоку вот. Смотрю. Так, сзади ты дефель, да? Все анжелу дефут. Блять! От папарацци. Идет! Давайте, Крис. Фоткай! Да, сфоткала. А, успели, блядь! Ладно. Но мы сфоткали, мы сфоткали. Успели. Да! Сфоткали. А, блядь! Да, нахуй. Ебать громко, пиздец. Ой. А еще кто-то остался жив? Мы... Нет. А, ну мы сфоткали. Да, мы сфоткали. Да, мне, конечно, посмотрел. Это не интересно. Открылось. Ура! Открылось, ребят. Мне это неинтересно, да. Мне важно, не знаю. О, а что открылось? Харизма. А что открылось, да? Вот, наверх открылось. А-а-а. И стремление еще к целям. Целеустремленность. Камеру возьмем, потому что надо все запечатлеть. Это что ты говоришь? Да-да-да. Это так. Это я чат. Какие парни нравятся? Да так. Давайте селфи. Давайте вас фото. Давай! Давайте. Ой, я моргнула. У-ху! Давай, чья, в прыжке! На память. О. Ой, а там не пустят, блядь, этот тупик. Ой. А вот. О. Давайте, выходите. Ой, феи! Этот Lethal Company только... Ой, только в другой локации, в новой. А, понял. Тихо!
Что это такое? Тарай, ребят. Какие-то звуки непонятные. Да телека. А кто упал? Кто-то падал? Нет. 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 Давайте ее. Ой, это сюда? Наверное, нам сюда, да. Куда упасть? Упадем, да. А зачем телек тогда? Все. Прошли. Блин! Что, это конец игры? Мы выиграли с Бэкрумса, охуеть. Охуеть! Ну как будто мы да. Мы сейчас просто разобьемся? Надеюсь, нет. Блять, фотик мой походу разбился. Походу да, нас еще и задавили. Да камеру мою разбили, влоговую, блять. Нас просто переехали. Охуеть. Вы же взяли в подсобки, вроде как. Игра сделана фэнси. Менеджер проекта Небула. Ага, понятно. Тестировщики игры. Волки. Мэтт Фор. Все, похуй, да, выходим? Да, похуй, да. Ну, хорошо было вместе. Да. Вообще из игры выходим? Да. Так, а что еще делать там? Есть скидка смотреть. Господи. Че, летал? А че, может, все? Все? Что думаешь? Чем мы стримим? У меня еще полтора часа. Че делаем? А помните, помните игру, которая как Devour была, помните? Новая. In Out? Да. Надо, чтобы Рус скачал. А, точно, точно. Рус, не хочешь скачать? Сейчас посмотрю. Она вообще, по-моему... In Out. Вместе, да. In and Out, да? Да. Да. Ну да, типа нас просто переехали. Блин, жалко, что закончился Backrooms. Что, больше не будет новых серий? Mm-mm. Реально? Я думаю, тут точно. Короче, скоро выйдет этот кооперативный, который очень реалистичный Backrooms. Вот он скоро будет полный. Да. Это прикольно. Я не помню, где же. Сейчас найду. Помнишь, Братишкин играл, малыш? Чё? Да. Он Братишкин в реалистичный играл Backrooms. Да, ну там хуйня же была, нет? Да, но скоро, короче, выйдут дополнения. Оп. Да. А скоро это когда? Через полгода? А вот, the Backrooms, the last tape, что-то такое, как-то так называется. Нам был Escape еще пройти. Нашли? Ой, Inside. Inside, да. Last tape нашли. А что, это вышло все? А, Lost tape. Вышло? Ну, этот... Вышла игра? Это демка, либо это хуй знает что, посмотрите. Сейчас. Вы посмотрели? Зашел в этот, этот отзыв в комментариях на эту игру. Первый же отзыв. Имбирное печенье к Новому году. Рецепт. Ты тоже любишь читать отзывы? Да. Я отзывы тоже читаю. Обожаю. Там такие шедевры прям... раз. Нету такой игры, блядь. У меня есть. The Backrooms Lost Tape. У меня просто почему-то не грузится интернет. Она прям выглядит ебать. Lost Hope есть только. Не, Lost Hope. У меня... У вас Steam работает? Потерянная запись, типа. Mm-mm. Нету. Ладно, похуй. Last Tape — это, скорее всего, последняя кассета, наверное. Я Lost — это потеря, да? Last Tape — последняя кассета. У меня Lost. А Lost? А у меня Last Tape. Нет, у меня Lost Tape. Людмила. У меня ничего нет вообще. Сколько этих Backrooms-ов? Ты написала The Backrooms? Просто Backrooms. Вот, я скинул в Discord. Ссылку скинуть, старпёры. Lost Tape я нашла. Lost Tape нашла тоже. И чё, его скачивать? Не-не-не, я имею в виду просто, что она выглядит, видите, посмотрите на пикче, она прям типа, ну короче, как с камеры, как будто реально снимают, это VHS-эффект, и она в принципе выглядит реалистично, видите? Не как типа графика, в ту, которую мы играли. Ну, блин, по-моему, точно так же выглядит, нет? Не, она, видишь, она как будто реально снята на запись. Да, как будто это реальный человек как будто ходил. Ну, хрен знает. Нажми трейлер. А, вот я вижу, да. Не знаю, по-моему, просто чуть-чуть улучшилась графика, но нет такого ощущения, что реальность. Так, а Lost, да? Или Lost. Я скинул ссылку в... Что-то почему-то вообще не грузит картинку. Кого выгнали? Короче, если её доделают, можно будет в неё поиграть. Yes. But...
You can listen. А у меня не прогружаются картинки. Бата. Ты качаешь Инаута или чё? Ебата? Это танец такой? Да я просто заебался, если честно, немного. Да? Ну чё, всё тогда, не знаю. Не, вы как? Я не заебалась. У меня чуть-чуть голова как будто сдавилась, блядь. Мне кажется, это всё с того левела с музыкой. Да, реально, там просто съёбнулся мозг. Ебать, там монстры бегают, смотрите. Я Дима сразу показал в Дискорде. Да, прикольно. Ну, неприятно, кстати. Палочник здесь получше, конечно, выглядит. Что мы делаем? Да не знаю. У него страдаем какой-то. Готовить еду надо, поэтому. Ну ладно. Кстати, вы играли Poppy Playtime, третий чаптер? Poppy Playtime? Не знаю такого. Я тоже не слышала. Это где Хаги-Ваги? Хаги-Ваги, да. А, нет. Вышла третья. Вышла третья часть, короче, говорят, это вообще пиздец какой-то. Блин, а можешь написать название, пожалуйста? Да, сейчас я тебе ссылку прям скину. Poppy Playtime. Я а вы уже играли? В Дискорде. Я... Ну, напряжное, да. Но напряжное для меня это равно стрёмное тоже. Потому что если я в напряге, блядь, я постоянно такая, а, сука, как убежать-то, блядь? Там именно там надо убегать, то, что вот больше всего стрёмно, блядь. Написано, что это 12 октября 2021 года игра. Да, но там выходят эти... Обнова вышла. Poppy Playtime, Chapter 3. Нет, ну это не... Там третья, это часть, но третья вышла. Это же не обнова, это не третья часть вышла. А еще вышла этот Silent Hill 2 на PlayStation. Дайте. 30 января 2024. А, ну это как DLC идет, да. Что? Как обнова, дополнительный контент. Ну да. А про эту самую знаете? Про Silent Hill? Да, мы, по-моему, смотрели. Мы с тобой смотрели с Русби? Не, мы это смотрели. Резик. Ну, короче, тоже прикольно говорят. Ну, ладно, это мы потом обсудим. Найдем во что поиграть сейчас, наверное, все. Ладно, да, хорошо, ребятки. Ну, спасибо все, всем. Спасибо большое, да. Всем спасибо. Всем спасибо. Все, давайте, да, было круто. Давайте. Так, ребятки, я вот думаю, знаете что? Что я еще не до конца устала. Вот, и я думаю немножечко, чуть-чуть порубиться в нашу любимую игрульку под названием... Не слышу как? Baldur's Gate. Сейчас, давайте 10-минутный перерыв. Вот, я чаёк себе заварю и где-то на полтора часика зарубу сделаем, да? Давайте, короче, 10 минут. Встречаемся в 20:53.